прошло 70 лет, как Русь избавилась от монголо-татарского гнета. В стране утихли внутренние распри. Приходило время строительства и созидания. Появилась возможность преодолеть военно-техническое и культурное отставание от стран Европы. Русский царь Иван Грозный приглашал в страну инженеров, ученых, художников. Большая их часть направлялась в Москву через прибалтийские города немецкого Ливонского ордена. Но правительство ордена опасалось усиления России и чинило препятствия прибытию специалистов, не останавливаясь перед их арестами и даже казнями. Ливония оставалась преградой и для русской торговли, а отсутствие собственных портов на Балтике ставило Москву в зависимость от капризов немецкой политики. В 1558 году, стремясь преодолеть Ливонскую преграду, Иван Грозный двинул свои войска в Прибалтику. Никто даже не предполагал, что начавшаяся война, названная Ливонской, продлится целых 25 лет и столкнет Россию с крупнейшими державами Европы. Молодой воевода Дмитрий Хворостинин целый день провел в седле. На южных кордонах крымских набегов ждали в любой момент. Если вовремя не дать врагам отпор, они пограбят селение и уведут в рабство сотни русских. А потому отдыхать было некогда. Службу Хворостинин начал в 15 лет. Гарнизон в городе Шацке стал для него первым серьезным назначением и быстрой военной карьеры не сулил. Дмитрий Иванович, хотя и был князем, но рода незнатного. Помочь в продвижении по службе мог лишь его отец, пробившийся к московскому двору и получивший чин окольничего. Хворостинин не мог и предполагать, что вскоре его имя прогремит не только по всей России, но и за ее пределами. А пока он охранял Русь от крымских вторжений, другие воеводы вступали в войну, затянувшуюся на четверть века. В середине 16 века большей частью Прибалтики владел Ливонский орден. Некогда его рыцари-крестоносцы представляли собой грозную силу и творили немало бед, нападая на русские земли. Но к началу царствования Ивана IV Грозного Ливония потеряла былую мощь. Население разобщено, армия слаба. А в 1556 году здесь началась междоусобная война, ослабившая орден. Соседи Ливонии – Великое княжество Литовское, Польша, Швеция, Дания – жадно поглядывали на распадающееся государство. Тот, кто первым вступит в борьбу за ливонское наследство – имеет все шансы на значительное приращение территорий. Понимали это и в Москве. Власти ордена давно относились к Руси с враждебностью. Опасаясь усиления русского государства, они не пропускали в страну иностранных инженеров и ученых. Запрещали ввозить оружие и сталь. Значительная часть торговли с Европой контролировалась ливонскими купцами, и основная прибыль оседала в их карманах. Для войны был нужен только повод, и вскоре он нашелся. В конце 1557 года в Москву прибыло посольство из Ливонии.
орден задолжал России дань, которую должен был платить за обладание приграничными землями, городом Юрьев, по-немецки Дерпт, и его окрестностями. Наступил последний срок для возврата накопившихся недоимок. Ливонцы отчаянно торговались, чтобы уменьшить размер дани. Русские требовали вернуть ее в полном размере. В конце концов, московские дипломаты заявили: «Государева рать готова вступить в вашу землю, а потому сознайтесь, дабы не пролилась невинная христианская кровь. С вами деньги или нет?» Денег не оказалось. Перед отъездом послов пригласили на царский обед и посадили перед пустыми блюдами. Оскорбленные и униженные, ливонцы молчали. Не проронил ни слова и царь Иван IV. Иван IV Васильевич Грозный. Старший сын великого князя московского Василия III. С трехлетнего возраста считался великим князем. До 1538 года государством правила его мать, Елена Глинская, регентша при малолетнем сыне, а после ее смерти – боярское правительство. В 1547 году Иван Васильевич принял царский титул. Сразу после отъезда послов царь направил полки на Ливонию. Зимой 1558 года русская конница вступила в прибалтийские земли. Этот поход стал первым предупреждением ливонскому правительству и одновременно проверкой боеспособности противника. Тот не оказал сопротивления. Напуганные власти ордена пытались возобновить переговоры и пообещали собрать дань. Однако в оговоренный срок представили лишь половину суммы. Тогда в Ливонию двинулось более мощное войско. Основу русской армии XVI века составляла конница. Конный дворянин имел на вооружении саблю, лук, боевой топор и сулицу – короткое метательное копье. Богатые воины носили кольчуги. Те, что победнее, облачались в тегеляи – стеганные доспехи из плотного материала. По отзывам иностранцев, русская конница того времени обладала исключительной выносливостью и могла вести бой в тяжелейших условиях. В русской армии участвовала и татарская конница из только что присоединенного Казанского ханства. Река Нарва разделяла две крепости – немецкую Нарву и русский Ивангород. В марте 1558 года ивангородские воеводы сообщили в Москву. Противник начал обстрел их крепости из пушек. Отвечать без царской команды не смели. В Ивангороде знали, что два государства находятся в состоянии перемирия. И командование опасалось, что ответный огонь повредит русской дипломатии. Но немцы не прекращали обстрел. Тогда Иван IV отправил приказ – бить в ответ изо всех орудий. Обстрел Нарвы русской артиллерией продолжался неделю и нанес немецкому городу столь серьезный ущерб, что его жители заявили о готовности капитулировать. В мае 1558 года Нарва признала власть московского государя. Но отдохнув от канонады, нарвские жители усомнились в своем решении. Может быть, у страха глаза велики? Горожане запросили помощь у Ливонского ордена. В Москве предвидели подобный поворот, а потому в Ивангород направился отряд во главе с Алексеем Басмановым, чтобы взять Нарву штурмом. Басманов Алексей Данилович. Крупный воевода, боярин. Отличился во время осады Казани. Стал одним из ближайших соратников Ивана Грозного и одним из предводителей опричнины. В Ливонской войне проявил себя талантливым полководцем, однако позже был обвинен в измене и казнен. Нарва была многолюдным, отлично укрепленным городом. Обычно для осады таких крепостей снаряжали большую армию,
но Басманов получил в распоряжение всего около 1500 бойцов. Поначалу воевода устраивал против немцев короткие вылазки. Он перебрасывал через реку небольшие вооруженные группы, которые вступали в схватки с противником. Немецкое ополчение лишилось многих бойцов. Более 30 человек попало в плен. 11 мая в Нарве вспыхнул пожар, который быстро распространился по городу. Большая часть немецкого гарнизона пыталась остановить огонь и покинула укрепление. Басманов воспользовался моментом и переправил свой отряд на вражеский берег. Русские достигли крепостных ворот, проломили их и ворвались в город. Басманову досталось 230 немецких пушек. Немцы осознали, что происходит, и начали оказывать сопротивление. Но было поздно. По ним ударили их собственные орудия. Крепость пала всего за несколько часов. Нарва на некоторое время стала главным русским портом на Балтике. В городе построили православные храмы. Здесь поселилось множество российских купцов и ремесленников. Прибыль от прямой торговли с европейскими странами стала, наконец, пополнять московскую казну. Взятие Нарвы обозначило перелом в ходе кампании. О дипломатии речь уже не шла. Полки Ивана IV громили рыцарское воинство и брали одну крепость за другой. За 3 года они заняли Дерпт, Филин, Мариенбург, Тарвост. Армия Ливонского ордена прекратила существование. Иван IV руководил военными действиями из Москвы и при каждой новой победе осыпал своих воевод наградами. При этом царь понимал, другие соседи Ливонии в стороне от конфликта не останутся. Так и случилось. На некоторых участках Ливонской территории укрепились датчане и шведы. Но главная опасность исходила от Литвы и Польши, двух союзных стран, во главе которых стоял единый правитель. Именно ему, польскому королю и великому князю литовскому Сигизмунду Августу, Иван IV предложил сделку. Русское войско поможет соседу одолеть общего противника – крымского хана. А Сигизмунд признает русские завоевания в Ливонии. Король взял время на раздумье, но идти навстречу русскому царю не собирался. Он пытался тайно заключить мир с Крымом и вел переговоры с новым орденским магистром – Готхардом Кетлером. В ноябре 1561 года они встретились в литовской столице Вильна и заключили соглашение, названное Виленской унией. По Виленской унии земли Ливонского ордена переходили под персональный протекторат Сигизмунда Августа. Часть из них, герцогство Курлянское, получил под свою власть Готхард Кетлер, который теперь подчинялся польско-литовскому государю. По этому соглашению литовские власти получили основание претендовать на те прибалтийские земли, которые уже были заняты русскими войсками. С этого момента главным военным противником Москвы стала уже не Ливония, а Литва и Польша. Узнав об этом, Иван IV решил нанести удар первым. В январе 1563 года главные силы московского государства вошли в пределы Великого княжества Литовского и направились к Полоцку. Эта мощная крепость, центр древнерусского княжения, была богатым торговым городом и важным стратегическим пунктом. Если бы Ивану IV удалось занять Полоцк, он смог бы угрожать самой литовской столице. В составе полка, которым командовал сам царь, шел и Дмитрий Хворостинин. Один из множества младших командиров, он ничем не выделялся в войске. После Шацка Хворостинин начальствовал гарнизоном в Нижнем Новгороде.
Оттуда был направлен в Ливонию. Теперь он вел свой отряд на Полоцк и ждал случая отличиться перед государем. 31 января русские войска окружили город. Полоцкие укрепления славились своей мощью, а 2000-й гарнизон был полон решимости сопротивляться. Но через неделю из Москвы прибыли тяжелые осадные орудия, которые начали крушить стены крепости. Самая крупная, Кашпирова, пушка била по врагу ядрами весом в 20 пудов, то есть 320 килограммов. Земля дрожала от артиллерийского огня. Ядра пробивали стены насквозь. Командир Полоцкого гарнизона принял рискованное решение – поджечь городской посад, пригород, чтобы его богатое имущество не досталось русским. В это время в охваченный огнем посад ворвалась конница Хворостинина, а следом – стрельцы. Стрельцы. В XVI – начале XVIII веков русская пехота, вооруженная фитильными ружьями, пищалями и саблями. Русская пищаль соответствовала европейской аркебузе. Стреляли из нее с рук, без использования подставки – сошки. Позже стрельцы вооружались бердышами, которые поначалу представляли собой обычные топоры на длинном древке. Лишь после смуты при Михаиле Романове стали применяться широколезвийные секиры с рукояткой длиной 140, а иногда до 160 сантиметров. За считанные минуты перевес склонился на русскую сторону. Польско-литовский гарнизон отступил к цитадели. Более 12 тысяч русских жителей Полоцка, которых не успели увезти в замок, остались в горящем посаде. Они с радостью встретили русских победителей. Через неделю, 15 февраля 1563 года, Полоцк сдался. Хворостинин в числе первых вошел в крепостной замок. А Иван IV запомнил храброго сотенного. После взятия Полоцка русские военные успехи сменились неудачами. Крупный военачальник, князь Андрей Курбский, перебежал на сторону Литвы и передал неприятелю сведения о перемещениях российского войска. Дальнейшее продвижение вглубь литовской территории остановилось. В битве на реке Уле армия князя Петра Шуйского потерпела тяжелое поражение. Сам воевода погиб. После предательства Курбского Иван IV кругом видел измену. Многие воеводы попали в опалу, другие были казнены. В 1565 году московский царь, борясь с внутренней оппозицией, ввел опричнину. Опричнина. От древнерусского слова «оприч», то есть «отдельно», «за пределами». По указу царя, часть территории страны выделялась в особый удел, подчиненный лично московскому государю. Остальная часть, где сохранялся прежний порядок правления, называлась «земщиной». Кроме того, под непосредственное управление царя переходило определенное число служилых людей, которые составляли опричное войско Ивана IV. В число опричных воевод вошел и Дмитрий Хворостинин. По своему происхождению он не смел рассчитывать на высокие должности в армии, но после введения опричнины его положение изменилось. В походе на Калугу он стал первым воеводой сторожевого полка, затем командовал войском под Великими Луками. Между тем произошло событие, которое решительно изменило всю политическую ситуацию в Восточной Европе. В 1569 году Польша и Литва заключили Люблинскую унию.
Два государства с общим монархом стали единой державой, названной Речью Посполитой. Речь Посполитая – федерация Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. Державы сохраняли каждое свой собственный административный аппарат, казну, войско и законы. Но единым главой государства становился пожизненно избираемый сеймом монарх. Речь Посполитая занимала земли современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также часть территории России, Латвии, Эстонии, Молдавии и Словакии. Король Сигизмунд отправил в Москву посольство, предлагая поделить Ливонскую территорию, оставляя России ряд приграничных крепостей. Иван IV отказался. Он по-прежнему планировал присоединить к Московскому царству все прибалтийские земли. Тогда правительство Речи Посполитой прибегло к помощи крымского хана Девлет-Гирея, и татарское войско ворвалось в пределы Московского государства. Русским удалось отстоять Рязань. Множество крымцев легли на поле боя или попали в плен. Но уже в следующем году Крымская Орда снова вторглась на Русь. На этот раз татары дошли до самой Москвы и сожгли столицу. Такого бедствия Москва не знала уже два столетия. Через год Девлет-Гирей вновь пошел в поход, планируя окончательно разбить московскую державу. Ситуация становилась почти катастрофической. Войско, направленное против татар, возглавил князь Михаил Воротынский, один из богатейших людей России, воевода и герой взятия Казани. Вторым воеводой передового полка царь назначил Хворостинина. Тем временем ханское войско подступало к русским рубежам. Татары переправились через Оку и в августе 1572 года в 50 верстах к югу от Москвы у села Молоди произошло решающее сражение. Русским воинам оставалось одно – стоять насмерть, но не пустить врага к столице. В войске хватало воевод повыше рангом, чем Хворостинин, но именно ему Воротынский доверил самую важную задачу – оборону передвижной полевой крепости, так называемого «Гуляй-города». Другие полки прикрывали крепость с флангов и с тыла. Крымцы пытались приблизиться к укреплению, но оттуда в них летели пули и ядра. Над русским войском нависла угроза голода, но ждать оставалось недолго. Хворостинин знал о замысле Михаила Воротынского. Тот совершал обходной маневр, чтобы зайти в тыл ханскому войску. Наконец, пришла пора действовать. Хворостинин приказал ударить изо всех орудий и бросил свой отряд в отчаянную атаку. Счет шел на минуты. Успех этой вылазки зависел от действий Воротынского. Не успеет командующий ударить противнику в тыл, все может закончиться катастрофой. Несколько русских полков против несметного ханского воинства. Силы несравнимы. Но вот показалось главное русское войско. Там, откуда враг его совсем не ждал. Теснимые со всех сторон, татары обратились в бегство. После этого разгрома крымцы несколько лет не предпринимали набегов на Русь. Иван Грозный снова смог направить главные военные силы на север и продолжить борьбу за ливонские земли.
В надежде повторить полоцкий триумф, царь лично возглавил наступление. В декабре 1572 года русская армия подошла к Вайсенштайну, шведскому форпосту в Ливонии. Эта крепость находилась на пересечении сухопутных дорог и была крайне важным стратегическим пунктом. Русское войско 6 дней держало Вайсенштайн в осаде, а затем пошло на приступ. В штурме участвовал и ближайший слуга царя Малюта Скуратов. Скуратов Малюта. Настоящее имя Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Дворянин, опричный воевода. Отличался крайней преданностью Ивану Грозному и жестокостью к его врагам. Прозвище «Малюта» получил, вероятно, за свой малый рост или за присказку «Малютя». Многие факты его биографии обросли вымышленными легендами, а имя сделалось нарицательным названием палача и злодея. Крепость Вайсенштайн была взята, но неприятельская пуля сразила Малюту Скуратова на повал. В отместку за смерть своего любимца Иван IV люто расправился с защитниками Вайсенштайна. Многих изрубили, остальных бросили в огонь. К тому времени царь отменил опричнину, но не избавился ни от своей подозрительности, ни от грозного нрава. Опале подвергся и Дмитрий Хворостинин. Воевода, который в Молодинском сражении обеспечил русскую победу, во взятии Вайсенштайна участвовал уже на вторых ролях. А вскоре ему пришлось испытать настоящий позор. Зимой 1573 года глубокие снежные заносы помешали Хворостинину сразиться с отрядами черемисов, которые восстали против Москвы. Черемисы. Устаревшее название финно-угорского народа мари. Предки марийцев входили в состав Золотой Орды, затем Казанского ханства. Во время военных действий между Москвой и Казанью воевали как на стороне русских, так и на стороне казанцев. Присоединение народа мари к русскому государству было крайне кровопролитным и сопровождалось так называемыми черемисскими войнами. После неудачи с черемисами воеводе могла угрожать смертная казнь. Но Иван IV придумал для Хворостинина другое наказание. Приказал обрядить его в женское платье и заставил у всех на глазах молоть муку. Дмитрий Иванович стиснул зубы, но вытерпел это унижение. Четыре года спустя царь вновь двинулся на Ливонию. Пали крепости Кокенгаузен, Пернов, Венден, Вольмар. К осени 1577 года 25 городов перешли к русским. Но 20 лет войны истощили Русь. Многие области разорились, деревни обезлюдили. Многочисленные эпидемии и опричный террор лишили армию резервов и подорвали боевой дух. А тем временем сразу два сильных противника – Шведское королевство и Речь Посполитая – перешли в контрнаступление, отбивая крепости, занятые русскими гарнизонами. Иван Грозный еще продолжал наступление в Ливонии, но даже его личное участие в боевых действиях не могло обеспечить победу в войне. Дмитрий Хворостинин снова сражался на Ливонском фронте. В 1578 году при его активном участии был взят Оберпален. После этой удачи царь назначил князя первым воеводой сторожевого полка и приказал отбить у поляков крепость Венден. Однако другой воевода, князь Михаил Тюфякин, не пожелал подчиняться менее знатному Хворостинину. Это был уже не первый случай. Едва ли не каждое новое назначение Хворостинина вызывало раздражение родовитых бояр, которые оспаривали его право занимать высокие посты в армии. Эти споры получили название «местнических тяжб». Дмитрий Хворостинин стал участником 22 таких процессов. Для XVI века это был своеобразный рекорд.
А пока шли споры о том, кому достанется место первого воеводы, драгоценное время было потеряно. Поляки объединились со шведами. Русские полководцы терпели одно поражение за другим, сдавая города. К этому времени престол Речи Посполитой занял Стефан Баторий, который решил захватить русские земли на северо-западе. В августе 1579 года его армия окружила Полоцк. Город обстреливали калеными ядрами, стремясь поджечь его. В XVI веке в качестве зажигательных снарядов использовались чугунные ядра, которые нагревали, калили до красна, затем вставляли в орудийный ствол и производили выстрел. Если такой снаряд застревал в деревянных конструкциях, то почти неминуемо вызывал пожар. Каленые ядра использовались вплоть до XIX века. Они были особо опасны для деревянных парусных судов и применялись для обстрела вражеского флота. Неудобства этого оружия заключались в том, что нагрев ядра, а также подготовка самого выстрела, требовали много времени и соблюдения ряда норм безопасности. Раскаленные снаряды били по городу. Но из-за дождей огонь не разгорался. Лишь через 3 недели при помощи смоляных факелов венгерские наемники подожгли деревянные стены Полоцка. Русский гарнизон оборонялся до конца, но исход сражения был предрешен. Узнав о падении Полоцка, Иван IV пришел в ярость. Своих военных советников он обвинил в сговоре с врагом. Сам же отправил Баторию грамоту с предложением мира. Однако король был уверен в своем превосходстве и отвечал, что не собирается вступать в переговоры. В следующем году многотысячное войско Батория осадило крепость Великие Луки и взяло ее штурмом. Солдаты были настолько взбешены сопротивлением русского гарнизона, что вырезали всех защитников города, а затем терзали даже мертвые тела. Следом пала мощная крепость Заволочье. Летом 1581 года польско-литовская армия двинулась на Псков. Падение этого города стало бы для России полной катастрофой. И тогда русские предприняли отчаянную попытку помешать неприятельским замыслам. Было решено ударить противнику в тыл. В числе воевод ударного полка находился Дмитрий Хворостинин. В Смоленске русская рать села на струги и спустилась по Днепру. Струг – русское плоскодонное парусно-гребное судно. Имело длину около 20 метров, ширину от 4 до 10 метров. От 6 до 20 весел, а также небольшую мачту с парусом. Иногда вооружалась небольшими пушками. Возле Орши и Шклова русские разбили литовские отряды. Сожгли посады Шклова и Могилева и двинулись вглубь территории Великого княжества Литовского. Для сражения с основными силами Стефана Батория сил было недостаточно, но эти дерзкие атаки заставили врага держать оборону. Поход на Псков не был отменен, но задержался на 3 месяца. 24 августа 1581 года армия Стефана Батория наконец подошла к древним стенам Пскова. Вражеское войско насчитывало до 27 тысяч человек и имело 20 осадных орудий. Вместе с поляками и литовцами король привел наемников – немцев, шотландцев, венгров, французов, итальянцев. Через бойницу за строительством вражеского лагеря наблюдал князь Иван Шуйский, второй воевода городского гарнизона. В ближайшие месяцы его ждало великое испытание. Шуйский Иван Петрович.
русский полководец, боярин. Участник взятия Полоцка и битвы при Молодях. С весны 1580 года царский наместник и воевода в Пскове. У Шуйского было всего 4500 стрельцов, казаков и конных дворян, а также 1500 артиллеристов. Бойцам гарнизона помогали и вооруженные горожане. Стефан Баторий быстро отыскал уязвимое место в городской обороне – южную часть укреплений, которая не была защищена рекой. К тому же ключевой пункт – Покровскую башню – королевские артиллеристы могли здесь обстреливать с трех сторон. 7 сентября 1581 года началась бомбардировка города. Оправдались худшие опасения Шуйского. Мощная артиллерия противника снесла Покровскую башню и повредила две другие – угловую и свинусскую. В стенах образовались огромные проломы. На следующий день Баторий назначил общий штурм. Казалось, городу не устоять. Королевская пехота добежала до развалин псковских стен и даже установила на них свои флаги. И тут обнаружилось, что путь им преградил ров, который был вырыт по приказу Шуйского. За рвом на высоких земляных насыпях стояли русские ратники. Стефан Баторий положил во время штурма немало бойцов, но ничего не выиграл. Новые укрепления из дерева и земли защищали город надежнее, чем каменные стены. Противник вел беспрестанный огонь с занятых башен и стен. Защитники города в ответ стреляли из пищали и луков, метали копья. Те, кому не хватило оружия, бросали в неприятеля камни. Псковские женщины подносили мужчинам воду. Священники с иконами призывали усталый гарнизон биться насмерть. Князь Шуйский ободрял своих ратников. Баторий отправил на подмогу штурмующим новых бойцов. Город спасло лишь искусство псковских артиллеристов. Орудия ударили по свинусской башне, занятой врагом. Ее верхняя часть обрушилась на вражескую пехоту. Затем рухнула другая башня, в которой засела группа королевских воинов. Ночью вражеские отряды отступили в свой лагерь. Посчитав свои потери, Стефан Баторий вступил в переговоры. В случае добровольной капитуляции он обещал псковским воеводам великие милости. Ответ был коротким: «Если Бог за нас, то никто против нас». На Псковщине ударили морозы. Неприятельский лагерь страдал от нехватки продовольствия и пороха. Боевой настрой был потерян. А псковичи заделывали бреши в стенах деревянными срубами. Но Баторий еще надеялся взять город. В начале ноября полякам подвезли новую партию пороха. Подошел свежий отряд – 200 стрелков. Король решился на новый штурм. Отборные храбрецы ринулись на каменную стену, закрывшись деревянными щитами от стрел и камней. Защитники города начали бросать в них горящее тряпье, пропитанное смолой, и щиты загорелись. Из бойниц вели огонь стрельцы. Со стен на головы врага лили горячий деготь и кипяток, а тех, кто приближался к стене, русские подцепляли огромными железными крючьями. Все усилия противника прорваться в город были бесполезны. Вражеская пехота пыталась атаковать по льду реки, но всякий раз отступала, теряя своих бойцов. Наконец, вражеские отряды добрались до псковских стен, и тут их отвага уступила место обычной жадности. Наемники обнаружили среди мертвых тел мешки с солью. Соль в то время была очень дорогим продуктом и давно закончилась в польском лагере. Для солдат это был настоящий клад. Узнав о находке, на передовую примчались новые группы бойцов, и штурм превратился в беспорядочную драку из-за драгоценной соли.
Стефан Батори был в ярости, и вскоре он покинул войска. Псков по-прежнему находился в плотной блокаде, но о новом штурме речи уже не шло. Расходы на содержание польского войска превысили все немыслимые суммы. О новых завоеваниях им не приходилось и думать. Батори согласился на мирные переговоры с Иваном Грозным. 4 февраля 1582 года армия Речи Посполитой сняла осаду и покинула позиции. А тем временем шведский полководец Понтус де Лагарди изгонял из Ливонии немногочисленные русские гарнизоны, которые там еще оставались. В Нарве его солдаты вырезали все русское население, а затем вторглись в Россию. Пока поляки осаждали Псков, шведы взяли Ивангород, Ям и Копорье. В Великом Новгороде Иван Грозный собрал новое войско. Передовой полк возглавил Дмитрий Хворостинин и первым столкнулся с вражеским войском под селом Лялицы. Численный перевес был на стороне шведов, которые начали теснить русский строй. Тогда Хворостинин отправил в бой проверенных ветеранов – поместную дворянскую конницу. Этот удар переломил ход сражения, и шведы пустились в бегство. После поражения под Лялицами де Лагарди еще пытался взять крепость Орешек, но русский гарнизон отбил оба штурма, и шведское наступление было остановлено. Война, которой, казалось, не будет конца, завершилась. В 1582 году Стефан Батори подписал с московским государством Ямзапольское перемирие. Русь отдавала Речи Посполитой Полоцк, Велиж и всю занятую ее войсками часть Ливонии. В следующем году перемирие с Россией заключила Швеция. Москва потеряла Ивангород, Ям, Копорье, Карелу. Особенно болезненной стала утрата Нарвы, стратегически важного порта и торгового центра. Ливонская конфедерация перестала существовать. Ее территории перешли к Швеции, Дании и Речи Посполитой. Война разорила многие районы Руси, а ее северо-западные земли обезлюдили. На итог военных действий сильно повлияли крымские набеги, которые практически не прекращались все 25 лет войны. Даже проигранная Ливонская война показала мощь русской военной машины, тактический дар полководцев и колоссальную жизнестойкость страны, которая четверть века вела на равных борьбу сразу с несколькими сильными державами. Иван IV не желал смириться с ее итогами. Его правительство не раз предлагало солидный выкуп за утраченные земли. Шведы отказывались снова и снова. Но Россия не могла оставить русское православное население под властью протестантов, прескверных лютеров, как их называли в Москве. Это было все равно, что бросить раненого товарища на поле боя. Речь Посполитая и Швеция также искали удобного случая, чтобы расширить свои завоевания. Но двум монархам, Ивану Грозному и Стефану Баторию, не удалось возобновить борьбу. Царь умер в 1584 году, король – двумя годами позже. К тому времени распался и союз Швеции с Речью Посполитой. Чудовищные тиски, занесенные над Северной Русью, разжались. И в Москве решили воспользоваться раздором между соседями. Царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, современники считали человеком мягким, даже блаженным. Но именно он в конце 1589 года повел свою армию в поход против Швеции. Больше 30 лет Дмитрий Хворостинин нес военную службу, но только при Федоре Иоанновиче добился заслуженных почестей. Новый царь пожаловал ему богатые земельные владения и чин боярина. В шведском походе князь возглавил передовой полк. Именно тогда Дмитрий Иванович выиграл свое последнее большое сражение.
Захватив город Ям, ныне Кингисепп, Хворостинин встретил под Ивангородом 4000-ное шведское войско и ринулся в бой. Яростная рубка продолжалась полдня. Русский передовой полк преодолел сопротивление врага и вынудил его к бегству. Шведы оставили русским все орудия и припасы. А вскоре были вынуждены вернуть русские земли, захваченные во время Ливонской войны. Новый мирный договор закрепил возвращение в состав России крепостей Копорье, Ям, Карелы и Ивангород. Так, через 10 с лишним лет после поражения в Ливонской войне, Россия сумела взять реванш. Россия выйдет к Балтике лишь через 120 лет, после окончания Ливонской войны, когда Петр I вступит в Северную войну против шведов. Россия окончательно закрепится на Балтийском море. На его берегах появятся русские порты, вырастет новая столица – Санкт-Петербург. Последние месяцы жизни Дмитрий Хворостинин провел в Троице-Сергиевой лавре. Воеводе исполнилось 55 лет, но годы непрерывной военной службы брали свое. Дмитрий Иванович, уставший от военных трудов, принял монашеский постриг и окончил свои дни под именем монаха Дионисия. Английский посол Джайлс Флетчер так писал о нем: «Первейший муж, наиболее пригодный для военных дел». Своей отвагой, выносливостью и огромной энергией он поражал современников, а в памяти потомков остался одним из выдающихся полководцев своего времени. Человек, который никогда не щадил себя, не просил поблажек, а просто честно нес свою службу Отечеству. Русская земля знала много потрясений. Борьбу за власть, нашествие иноземных орд, природные катаклизмы, тиранию, голод. Но ни одно из этих бедствий не доставляло столько страданий народу и государству, сколько приносили гражданские войны, внутренние неурядицы и безвластие. Одной из самых страшных бед в русской истории стала Великая Смута, охватившая Россию в начале 17 века. После смерти последнего царя из рода Рюриковичей страна оказалась ввергнутой в жуткую пучину хаоса и беззакония. Ее буквально рвали на части и внутренние распри, и воспользовавшиеся ситуацией иностранные интервенты. Еще ни разу Русь не оказывалась столь близко от полной гибели. Спасти ее могли только общее согласие, вера и мужество тех воинов, которые встали на ее защиту. We'll be right back.
Алёшку разбудили затемно. Спросонья он решил было, что в Москве случился пожар. Такой переполох в Слободе. Но ему растолковали. Пришло распоряжение – стрельцам собраться у Белого города, быть при полном параде и с оружием. Значит, готовится что-то важное. У стен Белого уже выстроились рядами все стрелецкие полки. Начальство подъезжало, о чем-то переговаривалось со стрелецким головой и снова пропадало из вида. Едва солнце начало всходить, стрельцы двинулись на Красную площадь. А в Москве ударили колокола. Алёшка Скоморохов, как и остальные, напряженно всматривался в кремлевские ворота. Вот-вот оттуда появится человек, которому суждено стать новым русским государем. В сентябре 1598 года на царство венчался Борис Федорович Годунов. Со смертью царя Федора, сына Иоанна Грозного, пресеклась династия Рюриковичей, а вместе с тем зашатались самые устои русского государства. Произошло то, о чем еще несколько лет назад невозможно было и подумать. На московский престол сел человек не из рода Рюриковичей. Годунов Борис Федорович, из боярского рода, выдвинулся на первые роли при дворе Ивана Грозного. Выдал свою сестру Ирину замуж за царского сына Федора Ивановича. А когда Федор занял московский престол, Годунов стал его главным советником, сосредоточив в своих руках все рычаги управления страной. Многие боярские роды были союзниками Годунова. Другим его имя внушало почтение или страх. После кончины царя Федора Иоанновича Земский собор избрал монархом именно Бориса. Земский собор – совет выборных делегатов ото всех сословий, исключая холопов и крепостных крестьян, и со всех областей русской земли. Впервые был созван Иваном Грозным. Собирался по особым случаям для обсуждения дел общегосударственной значимости. Царь Борис правил твердо. Отправлял своих подданных на учебу в Европу, закладывал новые крепости и города. В отношениях с западными державами придерживался мирной политики, но при этом смог вернуть северные города и земли, потерянные после Ливонской войны. Казалось, Бориса ожидали годы успешного правления, а его династию – долгая и счастливая судьба. Но тут ему бросил вызов самый несговорчивый соперник – природа. На четвертый год царствования Годунова проливные дожди и ранние заморозки полностью погубили урожай. В стране начался голод. Хлеба не взошли и на следующий год. В поисках пропитания люди обдирали с деревьев кору. На дорогах лежали трупы. Правительство открыло для голодающих казенные амбары, но запасов не хватало. Хлеб стремительно дорожал. Многие купцы придерживали зерно, чтобы потом продать его еще дороже. В результате хлеб гнил в помещичьих амбарах. Многим казалось, что Бог подает людям знак. На русском престоле сидит неправедный царь. Отчаяние сменилось гневом против Годунова. По стране прокатилась волна восстаний. А в 1604 году Россию облетела ошеломительная весть. По слухам, в польской земле объявился законный наследник престола. Сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий Иванович. Заряжай! Готов! Алёшка знал историю про царевича Дмитрия с самого детства.
О смерти царственного мальчика чего только не рассказывали. Некоторые шептались, что убили мальчика по приказу Годунова. Заряжай! Другие вовсе не верили в гибель царевича, утверждая, что наследника спрятали, а похоронили другого ребенка. С годами о несчастном Дмитрии стали забывать. И вдруг его имя вновь прогремело по стране. Теперь уже и Алёшка сомневался. А что, если правда выжил? Царевич Дмитрий. Младший сын Ивана Грозного от царицы Марии Ногой. Шестой, по другим источникам, седьмой жены царя. При том, что церковные правила позволяли жениться не более трех раз. Церковь не одобряла этого брака, но Дмитрия могли признать законным сыном и членом династии при отсутствии других наследников. После смерти Ивана Грозного годовалому царевичу отдали в удел Угличское удельное княжество, где он и жил вместе с матерью. Однако законный наследник престола был серьезной угрозой для Бориса Годунова, который рвался к трону. Прошло 7 лет, и в мае 1591 года 8-летнего царевича нашли во дворе с перерезанным горлом. Мария Нагая не помнила себя от горя. В Угличе вспыхнул бунт. Толпа растерзала людей Годунова, на которых пало первое подозрение в убийстве. Вскоре следственная комиссия во главе с князем Василием Шуйским огласила свой вердикт. Царевич умер своей смертью, а причиной стал несчастный случай. Было известно, что Дмитрий страдал эпилепсией. Согласно версии следствия, во время игры в ножички он забился в припадки и пронзил себе горло острием ножа. На этом расследование и завершилось. Мать царевича, поднявшую бунт, постригли в монахини, а тех, кто участвовал в самосуде, наказали. Наказан был даже колокол, который созывал мятежников на площадь. У него отрезали язык, били его плетьми и сослали вместе с бунтовщиками в Сибирь. Вернули ссыльный колокол только спустя 3 столетия. Истинная причина смерти царевича неизвестна до сих пор. Но по Руси поползли слухи, что Дмитрий якобы жив и когда-нибудь снова объявится. Тех, кто поддерживал эти разговоры, пытали и жгли каленым железом. Но когда пришла весть о том, что уцелевший царевич находится в Польше, многие охотно в это поверили. Спор о том, кем был Лжедмитрий I, человек, назвавшийся сыном Ивана Грозного, ведется уже несколько столетий. Его считали незаконно рожденным сыном польского короля Стефана Батория, запорожским казаком, румыном и даже итальянцем. Правительство Годунова объявило, что самозванец – это Гришка Отрепьев, слуга опальных бояр Романовых, а впоследствии беглый монах Чудова монастыря. Эта версия до сих пор считается наиболее распространенной. Так или иначе, в 1603 году в Польше объявился молодой человек, который именовал себя московским царевичем Дмитрием и рассказывал историю чудесного спасения. Польские аристократы распознавали в юноше самозванца, но вежливо его выслушивали. Лжедмитрия представили королю Речи Посполитой Сигизмунду III. Тот не стал оказывать ему публичную поддержку, поскольку вовсе не собирался ввязываться в открытую войну с Москвой. Однако негласно признал Лжедмитрия законным претендентом на русский престол и разрешил ему вербовать сторонников. В обмен король потребовал в случае прихода самозванца к власти отдать Польше смоленские и черниговские земли, оказывать покровительство католической вере,
а затем и способствовать подчинению русских земель Речи Посполитой. Лжедмитрий согласился. Польские шляхтичи не спешили снабжать самозванца людьми и оружием. Удачу ему принесло знакомство с сандомирским воеводой Юрием Мнишиком, который отдал в его распоряжение большой отряд наемников. Лжедмитрий, в свою очередь, пообещал Юрию жениться на его дочери, Марине Мнишек, и вручить ей в качестве свадебного подарка Новгород и Псков. В октябре 1604 года лжецаревич в сопровождении наемной армии перешел границу. Русские встречали его с ликованием. Недовольство голодом и правлением Бориса Годунова достигло высшей точки. Под знамена самозванца переходили крестьяне, казаки и даже дворяне. Лжедмитрию открыли ворота Чернигов, Путивль, Курск, Севск. Верных Борису людей убивали или выдавали на расправу самозванцу. Ход событий для самозванца превосходил самые смелые ожидания. Но тут взбунтовались наемники. Они не получили обещанного жалования, а Лжедмитрий запрещал грабить местное население, дорожа славой справедливого царя. Большинство поляков вернулись домой, а один из них бросил псевдо-царевичу: «Поскорее бы тебя посадили на кол!» Но уход поляков лишь сыграл на руку авантюристу. Теперь даже те, кто поначалу считали самозванца польской марионеткой, переходили на его сторону. Годунов, встревоженный беспорядками, отправил на запад войска. Бой состоялся в январе 1605 года у села Добрыничи, неподалеку от Севска. Алешка Скоморохов впервые участвовал в настоящем походе. Войско вел сам главный воевода, князь Федор Мстиславский. Вот появились конные отряды мятежников. Стрельцы укрепились за повозками. По команде ударили пушки, выкашивая целые ряды противника. Затем стрельцы открыли ружейный огонь. Сквозь дым Алешка заметил необычного всадника. Лицо голое, безбородое, волосы рыжие, малого роста. Да это же он, самозванец. Точь в точь, как его описывали. Одна из стрелецких пуль даже задела лошадь под Лжедмитрием. Враг был разгромлен. Десятки знамен, артиллерия, тысячи пленных. Все это досталось победителям. Поляков отправили в столицу, а пленных русских повесили как изменников. В Москве поторопились объявить, что война закончилась победой. Но торжествовать было еще очень рано. Медлительность Федора Мстиславского не дала захватить Севск, занятый самозванцем. А мятеж перекинулся на новые территории. Лжецаревичу стали присягать пограничные гарнизоны, охранявшие Русь от татар. Весной 1605 года боевые действия сосредоточились вокруг города Кромы. Царское войско осадило крепость, где засели сторонники самозванца. И тут пришла новость. В Москве скоропостижно скончался царь Борис Федорович. На престол взошел его сын, Федор Борисович. Образованный и талантливый юноша мог стать неплохим государем. Однако Федор не обладал отцовским авторитетом и был слишком юным. Удержать власть ему было не под силу. Армия под Кромами взбунтовалась. Одним из зачинщиков мятежа стал воевода Петр Басманов, перешедший на сторону врага.
В мае гонцы Лжедмитрия вошли в столицу. Лжедмитрий обещал боярам и дворянам милость, торговым людям облегчение податей, народу покой и благоденствие. Сын Годунова Федор и его близкие были схвачены, а позже убиты. Сестра Федора Ксения стала наложницей самозванца, после чего ее насильно постригли в монахини. Так закончилась короткая история династии Годуновых. Все менялось на глазах. 7 лет Алешка Скоморохов служил Годуновым. И вот уже присягал Дмитрию Ивановичу, которого еще недавно называли изменником. 20 июня 1605 года новый царь торжественно въехал в Москву. Алешка своими глазами видел, как привезли на коронацию инокиню Марфу, бывшую царицу Марию Нагую. Вдова Ивана Грозного, рыдая, обнимала рыжего низкорослого мужчину, в котором она согласилась признать своего сына. Новый царь любил пиры и развлечения, увлекался охотой, разбирался в лошадях и удивлял всех своей начитанностью, и запросто ходил по городу, заговаривая с первым встречным. Сев на трон, он тут же позабыл, что обещал раздать полякам русские земли. Бояре поначалу побаивались нового царя, но со временем осмелели и порой устраивали ему настоящие выволочки. Для раздражения были причины. Самозванец имел страсть к роскоши, а государственная казна пустела на глазах. Вскоре против Лжедмитрия сложился заговор, который возглавил князь Василий Шуйский из суздальской ветви князей Рюриковичей. Тот самый, который некогда расследовал гибель царевича. Лжедмитрий чувствовал, что над ним нависла угроза, и обратился за помощью к полякам. Под предлогом свадьбы с Мариной Мнишек в Москву прибыл 2000-й польский отряд. Шляхтичи со своей свитой вели себя не как гости, а как распоясавшиеся захватчики. В пьяном угаре они стреляли в воздух, приставали к прохожим, врывались в дома. Вскоре состоялось венчание Лжедмитрия с Мариной. Все, кто присутствовал в соборе, были возмущены окончанием таинства. Оба супруга отказались принять причастие из рук православного священника. И знатные люди, и московская беднота убедились – ими будет править чета католиков. Такого на Руси не бывало. Заговорщики во главе с Шуйским воспользовались народным негодованием. Ранним утром 17 мая 1606 года они вошли в Кремлевские ворота. В Москве ударили в набат. На улицах стоял крик: «Ляхи хотят убить царя и бояр!» Началось избиение поляков. В Кремле единственный преданный Лжедмитрию человек, боярин Петр Басманов, получил удар ножом в сердце. Самозванец пытался скрыться, но был пойман и буквально растерзан. Часом ранее отреклась от него инокиня Марфа. Она не смогла простить самозванцу разорение могилы подлинного царевича, чтобы скрыть тайну своего происхождения. Днем на Красную площадь вытащили окровавленное тело Гришки Отрепьева. Зазвонили колокола. Народ пришел в волнение. Раздались крики: «Вор! Будь он проклят, самозванец!» Алешка стоял в карауле, сдерживая напиравшую толпу. Тело хлестали плетьми, страсти закипели с новой силой. Кто-то прокричал: «Бей ляхов!» Толпа бросилась громить дома, в которых засели польские гости. Труп Лжедмитрия сожгли на московской околице. По легенде, его прахом зарядили пушку и выстрелили в сторону польской границы, откуда он и явился. Новым царем избрали природного князя Рюриковича Василия Шуйского. Казалось, смуте пришел конец, однако настоящие бедствия только надвигались.
За пределами Москвы многие отказывались верить в смерть Лжедмитрия. Говорили, что тому удалось спастись, и он еще вернется во всем блеске славы. Не прошло и месяца, как в Путивле поднялся новый бунт. Осенью 1606 года к Москве подошла армия мятежников во главе с Иваном Болотниковым, служилым человеком, который недавно бежал из турецкого плена. Другим предводителем восставших стал рязанский дворянин Прокопий Липунов, который некогда встал на сторону Лжедмитрия. К зиме войска царя Василия Шуйского разбили основные силы повстанцев. Липунов перешел на сторону Шуйского. Армия Болотникова сидела в Туле, осажденная царским войском. Но Русь буквально заполонили новые самозванцы. Некий казак Илейка Муромец выдавал себя за царевича Петра, внука Ивана Грозного, человека, которого никогда не существовало. По Руси гуляли царевичи Лавр, Осиновик и Август, мнимые потомки Ивана IV. Вернулись к жизни даже Борис Годунов и его сын Федор. Объявились царевичи Мартынко, Ерошка, Клементий, Федор, Савелий, Василий, Семен, Гаврилка и некий Недвятко Федорович. Москве они не угрожали, но городки и уезды грабили всласть. Все эти повстанцы нуждались в объединяющей фигуре, и она нашлась. Как и ранее, в польско-литовском государстве появился еще один фальшивый Дмитрий, который якобы спасся от боярской мести. Лжедмитрий II. Его личность и происхождение неизвестны. Многие утверждали, что он был бездомным бродягой, бывшим школьным учителем из белорусского Шклова, который телосложением походил на покойного царя. К тому времени войска Шуйского взяли Тулу. Болотников и некоторые самозванцы были казнены. Дворяне и польские шляхтичи, казаки и оставшиеся без вождей разбойники стекались к Лжедмитрию II. Летом 1608 года его войско подошло к Москве. Резиденцией Лжедмитрия II стало подмосковное село Тушино, отчего его и прозвали Тушинским вором. Слово «вор» в данном случае имело смысл самозванца и обманщика. Василий Шуйский оказался запертым в столице. Так в стране появились два правителя, две администрации и два патриарха. Правительство Лжедмитрия даже чеканило собственную монету. Алешкин полк стоял в Москве, куда доходили вести из Тушинского лагеря. Самозванец воссоединился с мнимой супругой Мариной Мнишек. Та сделала вид, что признала во втором Дмитрии своего мужа. Казалось, еще немного, и польская авантюристка вернет себе московскую корону. Под властью Тушинского вора к началу зимы находились огромные территории – Псков, Великие Луки, Муром, Суздаль, Углич, Ярославль, Кострома, Владимир, Астрахань. Дух измены проник даже за кремлевские стены. Часть московской знати, не зная, чем закончится противостояние, служила то Шуйскому, то самозванцу. В народе таких искателей выгоды прозвали перелетами. Царь Василий мог опереться только на самых близких людей. Он отправил своего родича, князя Михаила Скопина-Шуйского, воеводой в Новгород. Тот собрал пятитысячное войско, но этого было мало. Тогда Шуйский заключил договор со Швецией. Он пообещал уступить королю часть северных территорий, Карельский уезд. И к армии Скопина-Шуйского присоединились около 12 тысяч иностранных наемников. Русско-шведское войско начало победоносное продвижение к Москве.
Скопину Шуйскому был всего 21 год, но он показал себя храбрым и талантливым полководцем. Тушинцев разбили под Торжком, Тверью и Калязином. Затем взяли Александровскую Слободу и Дмитров. Лжедмитрию II был нанесен сокрушительный удар. Но царь Василий не знал, что вскоре ему предстоит сражаться с другим, еще более опасным врагом. Польский король Сигизмунд III долгие годы оставался в стороне от событий в России. Чего он не мог стерпеть, так это вмешательство своего кровного врага, короля Швеции Карла IX. Сигизмунд решил, что пришло время самому вступать в игру. Русская смута была удобным предлогом, чтобы вернуть Речи Посполитой утраченные территории, а в случае успеха захватить и саму Москву. Летом 1609 года Сигизмунд III направил войско к Смоленску. Смоленск оставался одним из немногих городов, которые не присягнули самозванцу. Еще в годы правления Бориса Годунова здесь возвели мощную крепость. Строительством Смоленской крепости руководил русский зодчий Федор Конь, который до того соорудил каменные стены московского Белого города. Крепость включала в себя 38 башен и стены длиной в 6,5 километров. Толщина стен составляла от 3 до 7,5 метров, высота от 8,5 до 13 метров. Под стенами, чтобы уберечь крепость от минных подкопов, были прорыты специальные ходы под названием «слухи». В окрестностях Смоленска было неспокойно. Их давно тревожил набегами польский староста приграничного города Велиш Александр Гансевский. Его люди разоряли деревни, угоняли в плен крестьян, а дворян пытались соблазнить королевской службой. Во главе смоленского гарнизона стоял воевода Михаил Шейн. Шейн Михаил Борисович. Русский полководец, боярин. В юности состоял рындой, охранником и оруженосцем при Борисе Годунове. Один из главных героев битвы при Добрыничах против войск Лжедмитрия I, в которой спас от гибели командующего, князя Федора Мстиславского. Участвовал в подавлении восстания Ивана Болотникова и обороне Москвы от Лжедмитрия II. В 1607 году назначен на должность смоленского воеводы. Людей у Шейна не хватало. Чтобы справиться с польскими налетчиками, он набирал в окрестностях отряды, снабжал их оружием и порохом. Стычки с поляками продолжались до сентября 1609 года, когда войско короля Сигизмунда III подошло к стенам Смоленской крепости. Одной только дворянской конницы, так называемых панцирных, в польской армии насчитывалось 7,5 тысяч человек. А было еще от 5 до 6 тысяч пехотинцев и артиллеристов, в том числе литовские татары, запорожцы, немецкие и венгерские наемники. Командовал этими силами коронный гетман Станислав Жалкевский. Поляки располагали превосходной кавалерией. Кроме панцирных, в нее входили легендарные крылатые гусары. Гусарская рота называлась «Хоругвью» и делилась на копья. Копье, в свою очередь, состояло из товарища, собственно, гусара, и нескольких оруженосцев. Ударным оружием гусара была пика. С ее помощью проламывались вражеские конные и пехотные порядки. Также гусар вооружался саблей, длинным мечом, кончаром и двумя пистолями. К его доспехам крепились два больших крыла. Возникла легенда, что при атаке шелест этих крыльев приводил в ужас коней противника. Защищали всадников кольчуги, кирасы и металлические шлемы с плюмажами. Поверх доспехов гусар надевал звериную шкуру – леопарда, тигра, пантеры. Гусарские кони отличались силой и высоким ростом.
О том, что король готовится к походу, Шейну донесли лазутчики. Началась подготовка к обороне. Армию разделили на две группы. 2000 человек обороняли стены крепости. Эта группа состояла из 38 отрядов по числу башен. Во вторую группу входили 3500 бойцов. Их задача – участвовать в вылазках против неприятеля. Дисциплину Шейн укреплял самыми суровыми мерами. За небрежное несение службы виновному грозила смертная казнь. Чтобы защитить подступы к городу, воевода приказал сжечь Смоленский посад, то есть пригород, окружавший крепостные стены, а посадских жителей переселить в крепость. Теперь подобраться к Смоленску незамеченными поляки не могли. Алёшка попал в Смоленск вместе со своей сотней. И теперь сквозь бойницу хорошо видел все вражеское войско. В городе говорили, что гетман Жалкевский отправил Шейну письмо и предложил сдаться. Ответ Михаила Борисовича передавали друг другу взахлеб, не скрывая гордости за своего воеводу. Тот сказал гонцу: «Передай своему гетману, еще раз такое предложит, мои воины напоят его водой Днепра», то есть попросту утопят. Поляки осадили город. Крылатые гусары поначалу впечатляли. Красиво, что и говорить. Только много ли от них прока, когда нужно брать крепость? Тут необходима мощная артиллерия. Алёшка насчитал у неприятеля 30 небольших пушек и лишь 4 осадных орудия. Значит, продержимся. Первый штурм Жалкевский затеял ночью. Один из польских офицеров подобрался к Авраамиевским воротам и подорвал их пороховым зарядом. В пролом бросилась неприятельская пехота. Но горожане ждали этой атаки. Несколько залпов, и ряды неприятелей легли прямо у ворот. Штурм провалился, а ворота завалили камнями и землей. Но поляки больше не решались штурмовать город. Постреливали из пушек, но больше для отвлечения внимания. Главные схватки разворачивались под землей. Противник начал рыть подкопы, чтобы установить под крепостными стенами мины. Защитники Смоленска быстро разгадали и этот замысел. Тут и пригодились подземные галереи, слухи. Из них было слышно, где поляки ведут подкоп. Однажды Алёшке крупно повезло. Он не только засек очередных копателей, но и смог незаметно к ним подобраться. Когда разбирали тела погибших врагов, выяснилось, что он застрелил самого главного польского инженера. Всю зиму войско Сигизмунда осаждало город. Смоленск оставался главным препятствием поляков на пути к Москве. А весной в русскую столицу вошла победоносная рать Михаила Скопина-Шуйского. 12 марта 1610 года ее под звон колоколов торжественно встречали горожане. Рядом со Скопиным стоял шведский полководец Якоб де Лагарди, командир наемного отряда. Узнав об этом, Лжедмитрий II бежал в Калугу. А Скопин-Шуйский уже готовился к походу, чтобы снять Смоленскую осаду и уничтожить захватчиков. Но тут произошло событие, которое потрясло жителей столицы и круто повернуло весь ход военной кампании. На царском перу молодой полководец, выпив чашу с вином, упал наземь. Слуги отнесли его домой, где после долгих мучений воевода скончался. Свидетели вспомнили, что чашу ему поднесла жена царского брата Дмитрия Шуйского. Князь Дмитрий, не блиставший талантами, считался наследником престола. Поползли недобрые слухи. Уж не увидел ли Дмитрий в родиче соперника в борьбе за престол?
После этого князь Дмитрий сам возглавил Смоленский поход. 24 июня 1610 года две армии сошлись возле деревни Клушино. Численное преимущество было на стороне русско-шведского войска. Однако младший брат Шуйского оказался бездарным военачальником. Часть русских полков не выдержала первой же атаки польской кавалерии и скрылась в лесу. Остальные во главе с князем Дмитрием не решались ничего предпринять. Шведские наемники не желали сражаться, пока им не заплатят жалование. Командующий не торопился выдавать им деньги, поэтому против поляков они дрались в полсилы, в отрыве от армии Дмитрия Шуйского, а затем и вовсе перешли на сторону противника. Битва была проиграна. В числе первых с поля боя бежал сам Дмитрий Шуйский. Чтобы задержать противника, он велел разбросать меха и золотые монеты. Поляки бросились собирать драгоценности, и Дмитрий успел спастись, но русскую армию погубил. Теперь неприятелю была открыта дорога на Москву, а в самой столице произошел переворот. Мятежники свергли царя Василия Шуйского и попытались принудительно постричь его в монахи. Когда патриарх не позволил им этого сделать, они выдали арестованного государя полякам. В Москве образовалось новое правительство, в которое вошли 7 членов Боярской думы. Его так и назвали – Семибоярщина. Бояре в надежде остановить войну пошли на сговор с гетманом Жалкевским и предложили избрать новым русским царем сына Сигизмунда, королевича Владислава. Тот так и не прибыл в Россию, однако в столичном Кремле обосновался польско-литовский гарнизон. И тут снова пробил час Лжедмитрия II. Многие видели в нем более приемлемого кандидата на престол, нежели польский царевич-католик. Под знамена Лжедмитрия II стягивалось множество новых сторонников, поскольку его отряды сражались и против поляков. Но вскоре самозванцу пришел конец. Во время охоты его из мести убил татарский князь. Все это время Смоленск продолжал держать оборону. Весной 1610 года под его стены доставили тяжелые осадные орудия. Новый командующий польской армией Ян Потоцкий надеялся сокрушить с их помощью крепостные стены. 18 июля поляки пробили брешь в одной из башен – Грановитой. Начался штурм. Роты наемников бросились в пролом. Русские воины отбили атаку. Артиллерийским огнем была пробита еще одна брешь. Последовал новый штурм. Поляки захватили Грановитую башню. Но простые смоленские ремесленники, пекари, плотники, сапожники и портные яростным огнем из соседних башен уничтожили атакующих. На несколько недель наступило затишье, а затем Потоцкий предпринял новую попытку взять крепость. Перед штурмом он даже взял со своих командиров подписку идти вперед, не пытаясь уклониться от огня. В итоге поляки несли огромные потери, но не смогли даже приблизиться к стенам крепости. Из Москвы в польский лагерь прибыло посольство вести переговоры о восшествии на престол царевича Владислава. Послы настаивали, чтобы поляки сняли осаду. Те потребовали сдать крепость. Главные люди посольства, князь Голицын и митрополит Филарет, наотрез отказались. Тогда поляки, нарушив дипломатические обычаи, стали обращаться с ними как с пленниками. Послы и тогда им не уступили. Сигизмунд III пригрозил защитникам Смоленска смертной казнью, если они не сдадут город в трехдневный срок. Ровно через 3 дня защитники Смоленска взорвали минный подкоп под польскими пушками. Значительная часть артиллерии противника была уничтожена. Однако все эти победы не облегчали положение защитников города.
шла уже вторая зима осады. Запасы продовольствия и дров в Смоленске заканчивались, а рассчитывать на помощь извне не приходилось. Защитники умирали от голода и болезней, но о сдаче города никто не думал. Наступило лето 1611 года. Алёшка Скоморохов, уже опытный воин, оставался одним из 200 уцелевших защитников города. Жизни остальных унесли вражеские пули и ядра, голод и цинга. 3 июня неприятель начал со всех сторон обстреливать крепость, а затем ринулся в образовавшиеся проломы. Когда в город ворвались тысячи пехотинцев, защитники Смоленска уже не смогли дать им отпор. Последним центром обороны стал каменный Успенский собор. Алёшка, отбиваясь от поляков, видел, как Шейн с горсткой ратников сражается в Коломенской башне. Смоляне не сдавались. Один из горожан подорвал пороховые припасы, которые находились под Успенским собором. Мощный взрыв уничтожил вместе с собором и множество захватчиков. Шейн заперся в башне и долго сопротивлялся. Но когда его силы иссякли, воевода попал в плен. В плену оказался и Алёшка Скоморохов. Правда, ненадолго. В ту же ночь стрелец бежал, а в скорости присоединился к полкам, которые шли освобождать Москву, так называемому второму ополчению под командованием нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Уже став сотником, Алексей Скоморохов освобождал от поляков русскую столицу. Там он и узнал о судьбе смоленского воеводы. Король Сигизмунд был настолько взбешен упорством смоленских защитников, что переступил правила военного кодекса чести. Велел пытать пленного Шейна. Смоленский воевода так и не раскрыл имена своих соратников и местонахождение городской казны. Шейна отправили в Варшаву, где возили по улицам как живое доказательство польской победы. Но за эту победу поляки заплатили слишком большую цену. От Смоленска им достались лишь обугленные руины, а воинские потери за 20 месяцев осады составили несколько тысяч человек. Король так и не смог оказать помощь полякам, засевшим в Москве, и возвратился в Польшу. В 1619 году воевода Шейн будет освобожден из плена и тепло принят новым царем Михаилом Федоровичем Романовым. Станет во главе войска, чтобы отвоевать Смоленск, однако освободить город не сможет. По возвращении из похода будет обвинен боярской комиссией и казнен. Спор о вине Шейна ведется историками до сих пор. В октябре 1612 года в Кремль вошли полки Минина и Пожарского. Польский гарнизон сдался. Вместе с изгнанием польских интервентов начало отступать и смутное время. Смутное время принесло в страну небывалые бедствия. Смоленск был утрачен на долгие десятилетия. Часть новгородских земель захватили шведы. С этих территорий ушло практически все православное население. Россия потеряла выход к Финскому заливу. Шведы покинули Новгород лишь в 1617 году. В полностью разоренном городе осталось всего несколько сотен жителей. Количество погибших от войн, голода и болезней практически не поддается подсчету. Во многих уездах размер пашни сократился в 20 раз, а численность крестьян – в 4 раза. В некоторых обработанная земля составляла не более 5%. В 1613 году Земский собор выбрал нового царя Михаила Федоровича, который положил начало новой царской династии Романовых. После этого шаг за шагом Русь начала возрождаться к нормальной жизни и возвращать утраченные земли. Эта трудная, но одержанная в конце концов победа была бы невозможной без подвига защитников Смоленска, преградивших врагу дорогу к Москве. В те дни, когда казалось, что погибла сама Русь, их героизм давал надежду всему народу.
Утром 10 сентября 1654 года бывшего стрельца Алексея Скоморохова разбудил шум на улице. В Москву прибыл гонец, и радостная новость облетела столицу в одно мгновение. Войска государя Алексея Михайловича взяли Смоленск. 76 лет жил на свете стрелец Скоморохов, и 43 года ждал этой вести. Смоленск – город, которому предстояло еще не раз выдержать главные удары наземных захватчиков. Город, ставший надежным щитом российского государства. Весной 1637 года Донская земля гудела от конского топота. Гонцы объезжали станицу за станицей, созывая казаков на войсковой круг. В апреле у столицы казачьей вольницы Черкасского городка собралось многотысячное воинство. Первыми к казакам обратились старейшины. Седые, закаленные в сражениях бойцы, говорили о доблести, напоминали молодежи о подвигах отцов и дедов. Казаки внимательно слушали эти речи. Они понимали, что собрали их неспроста. Готовится новое большое дело. И вот прозвучало слово, которое заставило учащенно биться казачьи сердца. Азов. Вот уже много лет от турецкой крепости Азов исходила угроза и южным русским городам, и казачьим станицам, и самому образу жизни донского казачества. «Город сей надо у турок отобрать», — убеждали старые казаки. В ответ слышались крики одобрения. Казачий круг постановил захватить турецкую крепость и утвердить в Азове православную веру. Тотчас был выбран походный атаман. Кандидатура Михаила Татаринова, воина храброго и опытного, возражений не встретила. Татаринов Михаил Иванович. Атаман войска Донского в 1637-38 годах. О его прошлом, а также о годах жизни, ничего не известно. Прозвище «Татаринов» вероятно указывает на то, что он либо происходил из татар, либо находился когда-то в татарском плену. Вот уже 24 года в Москве правил первый царь династии Романовых Михаил Федорович. К этому времени донское казачество заселяло обширные земли, включая современные Ростовскую и Волгоградскую области, а также часть сегодняшнего Донбасса.
иначе донских казаков именовали вольными людьми. Они хотя и присягали московскому государю, но впрямую ему не подчинялись. И больше всего гордились своей независимостью. Жили казаки военными поселениями, станицами. Казацкие сообщества формировались на окраинах русского государства и Речи Посполитой, преимущественно на берегах рек, где проходили торговые пути. К годам правления Ивана Грозного некоторые группы выросли в крупные воинские формирования. Наиболее известными из них стали казаки запорожские, донские, яицкие и многие другие. Основной род занятий – военные походы и грабежи соседних народов. Порой служили за жалование различным государствам, а иногда и попросту разбойничали. Со временем казачьи сообщества были либо ликвидированы, либо влились в состав государственных вооруженных сил. Донское казачье войско стало самым многочисленным в Российской империи. На 1913 год его численность составляла 1 525 000 человек. Высшим органом самоуправления был круг – общее собрание мужчин-воинов. Свой круг существовал в каждой станице. На нем выбирали местных атаманов, делили добычу, принимали в казаки, вершили правосудие. А самые важные дела обсуждал войсковой круг, на который съезжались представители всего донского казачества. Обычаи не возбраняли жителям Вольного Дона охотиться, ловить рыбу, разводить скот. До середины 17 века строгий запрет был наложен лишь на одно занятие – землепашество. Нарушителю грозила смертная казнь. Казаком мог быть только воин, но не крестьянин. На казацкой территории землю обрабатывали только крестьяне, которые казаками не считались. Казаки жили на границе России с Османской империей и Крымским ханством. Вся их жизнь была наполнена войной, обороной и набегами на врага. Свои военные кампании против турок, татар или персов казаки шутливо называли «походом за зипунами» по названию верхней одежды. В этих походах казачья храбрость соседствовала с грабежом. Казачьих набегов боялись и воинственные крымские татары, и нагайцы, населявшие Нижнее Поволжье и Северный Кавказ, хотя степняки и сами промышляли набегами и грабежами. Когда казаки поселились на берегу Днепра, точно неизвестно. Однако еще в эпоху Ивана Грозного в Москву поступали жалобы от кочевников, что казаки не дают им покоя. Русский царь открещивался от казаков. Отвечал, что они люди беглые, а потому Москва над ними власти не имеет. Это была чистая правда. На Дон с разных концов русского государства стекались те, кто искал вольной жизни. В XVI веке, когда воинские таланты казаков оценили и в Москве, их стали брать на службу. При Иване Грозном донская вольница вместе с царским войском штурмовала Казань и участвовала в Ливонской войне. Заметную роль казачество сыграло и во время смуты. В начале 17 века казаки сражались и в отрядах самозванцев, и в ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву. Атаман Татаринов хорошо знал свое войско. Казаки, даже возвращаясь с государевой службы, снова отправлялись за зипунами. Московский царь Михаил Федорович недавно закончил тяжелую войну с Польшей. Казна была разорена. Пришлось заключить мир и с прочими врагами. И с Турцией, и с ее вассалом Крымским ханством. Но все понимали, что мир этот временный. Постоянные татарские набеги на русские земли рано или поздно приведут к большой войне. А потому, когда в Москве узнали о походе, который задумали казаки, то мешать им не стали.
Атаману даже дали понять, что помогут ему и провиантом, и оружием. Но государево войско царь решил не посылать, чтобы не ввязаться в войну, к которой государство готово не было. Но казаков это не остановило. Они уже решились совершить один из самых дерзких своих походов. И шли они не просто за добычей. В этот раз степная казачья вольница нацелилась на грозную турецкую твердыню, неприступную крепость Азов. Таких походов против турок казаки еще не совершали. В начале 17 века Османская империя занимала огромные территории сразу на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. Алжир, Тунис, Египет, Сирия, Ирак, Йемен, Греция, Сербия, Болгария – все эти страны подчинялись султану. Турецкие воины доходили до кавказских хребтов и Астрахани. Своим властелином признавал султана и крымский хан. А потому в Северном Причерноморье при поддержке крымских татар турки начали возводить мощные крепости. Но казаки не раз бросали вызов Османской империи. Запорожцы совершали набеги на земли крымского ханства и даже добирались по морю до самой Турции. Они нападали на портовые города и военные укрепления, захватывали корабли и оружие. В 1624 году казачьи суда подошли даже к стенам турецкой столицы. Султану пришлось срочно собирать мощную флотилию. Казаки ушли, но успели ограбить окрестности города. Донским казакам было сложнее участвовать в морских походах. Путь к морю им прикрывала стоящая на Дону турецкая крепость Азов. Азов стоял на месте старого золотоордынского поселения Азак. В 1475 году крепость захватили османские войска и начали ее перестраивать. Здесь расположился турецкий гарнизон. Несколько тысяч солдат с сотней пушек держали под контролем Дон и прилегающие к нему степи. А сам Азов стал центром работорговли. Турки и их союзники, крымские татары, свозили сюда русских пленников и продавали их восточным купцам. Казаки и раньше совершали молниеносные атаки на Азов и его предместья. Иногда они были успешными, и тогда турки платили дань солью и рыболовными снастями. Однако затем в отместку турецкие отряды разоряли казачьи станицы. Донцы отвечали новыми набегами. Однажды им удалось даже ворваться в крепость. Но солдаты гарнизона вытеснили казаков за городские пределы. С тех пор прошло 12 лет. И вот весной 1637 года донское войско было готово выступать в новый поход. На этот раз не допускалось даже мысли об отступлении. Казаки решили изгнать турок за море и превратить центр работорговли в свой оплот на берегах Дона. К турецкой крепости направились разведчики. В те же дни на Дону появились большие отряды запорожцев. Они держали путь в Персию, где собирались наняться на службу к шаху, также врагу Османской империи. Татаринов рассказал гостям о планах завоевания Азова, и многие из запорожских казаков согласились вступить в бой. Объединенное казачье воинство насчитывало около 4500 человек. Отметив светлый праздник Пасхи, 21 апреля 1637 года казаки двинулись в путь. 4 конных казачьих отряда подошли к крепости по суше и окружили Азов со всех сторон.
Пятый отряд на кораблях перекрыл устье Дона на случай, если турецкий флот придет выручать осажденных. Вид многотысячной армии, которая расположилась вокруг города, поначалу встревожил турок, но паника была недолгой. Защитники крепости заметили, что казаки располагают всего 4 небольшими пушками – фальконетами. Фальконет. От итальянского слова «фальконетто» – «маленький сокол». Малокалиберные пушки, стрелявшие свинцовыми ядрами. Имели диаметр канала ствола от 45 до 65 миллиметров. Казаки не могли брать в свои походы большие орудия, предпочитая фальконеты. Запорожцы устанавливали их на своих полевых укреплениях, сделанных из повозок. Фальконеты использовались и на казачьих кораблях, чайках и стругах. Но эти орудия были малопригодны при осаде крепостей. Осаждать Азов без мощных артиллерийских орудий могли только безумцы. Но казаки рассудили по-своему. Они начали копать траншеи, все ближе подводя их к крепости. Турки в голос смеялись над казаками и покрывали их бранью. Долгая осада не пугала турецких солдат. В крепости имелся запас продовольствия, которого хватило бы на год. А донцы, окружив вражеские укрепления траншеями, пошли на штурм. Со стен на казаков летели пули, лились кипяток и расплавленное олово. В ход шел даже обычный песок. Турки сыпали его в глаза казакам, ослепляя их. Атака была отбита. Атаман Татаринов решил, что больше не будет губить людей в бесплодных приступах, и избрал новую тактику. Его люди начали рыть подкоп под стену. Турецкие воины продолжали потешаться над смельчаками. Они обещали, что скоро вокруг Азова будет выстроена еще одна стена и возведут ее из казачьих голов. Защитники города даже не догадывались, какая судьба ожидает их самих. 18 июня 1637 года подкоп был готов. Казаки заложили под стену бочки с порохом и приготовились к штурму. Накануне они постились, читали молитвы и исповедовались. По старому обычаю перед боем товарищи прощались друг с другом. Утром прогремел мощный взрыв, и часть крепостной стены рухнула. Первым в пролом ринулся сам атаман, за ним остальные. Целый день в Азове гремели выстрелы и звенели клинки. К вечеру город был взят. Казаки освободили 2000 русских пленников. Мусульмане, не успевшие покинуть крепость, нашли здесь свою смерть. Лишь несколько десятков турецких солдат укрепились в башнях, отбивая атаки. 3 они сражались в окружении. Казаки по достоинству оценили мужество врага. Атаман предложил им сдаться, пообещав свободу. Турецкий отряд был отпущен на волю. После взятия Азова в руки казаков попали документы, разоблачившие шпиона. Как выяснилось, турецкий посол Фома Кантакузен предупредил гарнизон крепости о готовящемся походе. Кантакузен направлялся в Москву с дипломатической миссией. Он остановился в казачьей столице, Черкасском городке, как раз в те дни, когда подготовка к казачьему наступлению была в самом разгаре. Поняв планы атамана, дипломат разослал по ближайшим турецким заставам письменные предупреждения о грозящей опасности. Фома Кантакузен. Грек по национальности. Будучи подданным султана Османской империи, неоднократно выполнял его дипломатические поручения в Москве и в Крымском ханстве. Получив письменные подтверждения шпионской деятельности Кантакузена, Татаринов отправил весть в черкасский городок. Шпион еще не успел покинуть станицу и был схвачен казаками.
Воинский круг обвинил дипломата в шпионаже. И Кантакузена казнили на месте. Донцы отправили в Москву письмо, где сообщали о взятии Азова и о расправе над Кантакузеном, который, по их словам, оказался не послом, а лазутчиком. В столице эти известия вызвали тревогу. К захвату турецкой крепости там были готовы. Но вот еще и убийство посланника султана могло привести к войне с Османской империей. К ней Москва была не готова. Царь Михаил Федорович приказал письменно заверить султана в том, что русское государство не несет ответственности ни за взятие Азова, ни за казнь Кантакузена. Мурат IV поверил царскому посланию. В Москве вздохнули с облегчением. Войны с Турцией удалось избежать. Но в то же время на Дон по распоряжению государя было отправлено значительное количество боеприпасов. Казаки закрепились в Азове. Между тем атаман Татаринов с тревогой наблюдал за состоянием своего войска. Часть укреплений Азова была разрушена во время штурма. Сам город разграблен, торговля замерла. Сами казаки отмечали свой успех бесконечными пирушками. Воинская дисциплина резко упала. Вскоре взбунтовались запорожцы. Их атаман Петро Матьяш требовал, чтобы запорожскому воинству выделили в Азове отдельный квартал и предоставили полную независимость. Ответ казачьего круга был скор. Матьяша приговорили к смерти и забили палками. Запорожцы присмирели. Они взяли полагавшуюся им часть трофеев и вернулись на Днепр. Приближалась зима. Татаринов понимал, что весной враг попытается вернуть крепость, и ему пришлось применить всю свою власть, чтобы образумить казачью вольницу. Донцы привели в порядок укрепления, расставили пушки на стенах и башнях. Со стороны степи Азов охраняла конная стража из 400 всадников. В самом городе кипела работа. Восстановили собор Иоанна Предтечи. Построили новую церковь во славу Николая Угодника. Азов объявили христианским вольным городом. Сюда потянулись купцы из России, Турции и Персии. За стенами крепости снова потекла бойкая торговля. В апреле 1638 года к Татаринову прибыл посол крымского хана и потребовал возвратить город османскому султану. Но казачий атаман не только не принял ультиматума, но и пригрозил отправить свое войско в поход по Азовскому морю. Казаки поддержали атамана. Посол уехал ни с чем, а Татаринов приказал готовить струги и повел войско к морю. Струги. Плоскодонные суда длиной около 20 метров, шириной от 4 до 10 метров. Струги имели одну съемную мачту и могли ходить как под парусом, так и на веслах. На них часто устанавливались легкие пушки. Команда состояла из 20-60 человек и сама по себе не представляла серьезной военной силы. Но когда собиралась целая флотилия таких кораблей, они становились значительной угрозой противнику. В морской поход ушли 75 стругов. Едва они пристали к южному крымскому берегу, навстречу вышли русские пленные, которые уже много лет находились в татарской неволе. От них донцы узнали, что крымский хан Багадыр Гирей готовится идти на Азов, а по Черному морю в Крым прибыли турецкие галеры. Галера – тип боевого парусно-гребного корабля, известен со времен древнейших цивилизаций – Египта, Финикии, Греции. Галеры являлись основой турецкого флота и представляли собой грозную силу. Они значительно превосходили казацкие струги размерами, парусным вооружением, количеством весел и артиллерии.
В качестве гребцов на галерах чаще всего использовались рабы, в том числе и попавшие в плен русские. Не теряя времени, струги возвратились к Азову, чтобы предупредить своих. В крепости подняли тревогу. Все съестные припасы взяли под замок и решили экономить, чтобы продержаться как можно дольше. По донским станицам разъехались гонцы с призывами о помощи. Но прошел май, затем июнь, а турки с татарами все не появлялись. Азовцы решили, что опасность миновала. В июле 1638 года они снарядили новый отряд из 40 стругов и 2000 казаков и снова вышли в море. В крепости долго ждали вестей из похода, но из всей флотилии в Азов возвратился один единственный струг, а на нем горстка уцелевших казаков. Они рассказали о том, что случилось. Донцы столкнулись с турками в море. Они отбили нападение и направились к устью реки Кубань, чтобы напасть на Тамань, город, который входил во владение крымского хана. Но тут казачья флотилия попала в ловушку. С моря донцов заблокировали турецкие галеры, а на суше их уже ждали татарские воины. Из капкана вырвалось только 1000 человек. Весь флот погиб. Защитники Азова с горечью выслушивали эти известия. В храме Николы Угодника зажигались свечи в память о погибших казаках, и крепость вновь готовилась встретить неприятеля. В станице направили просьбу прислать подкрепление. История умалчивает о судьбе атамана Татаринова. Погиб ли он во время второго морского похода, неизвестно. Но после разгрома казаков под Таманью азовскую оборону возглавил новый войсковой атаман Тимофей Яковлев по прозвищу Лебяжья Шея. Вскоре у стен Азова появились татары, а в море замаячили османские корабли. Однако на штурм воины крымского хана так и не решились. Отступил и турецкий флот. Азов вернулся к мирной жизни. Но ненадолго. Заканчивался 1638 год. В это время турецкий султан Мурад IV захватил Багдад и закончил войну с Персией. Мурад IV – султан Османской империи. В годы Азовского похода ему исполнилось 26 лет, из которых 15 провел на престоле. Славился жестокостью, за что носил прозвище «Мурад Кровавый». Чтобы получить трон, казнил всех своих братьев, кроме одного, слабоумного Ибрагима. Лично возглавлял армию, чего давно не делали властители Османской империи. Ни одна из сторон жизни страны не оставалась без внимания Мурада. Однажды он приказал закрыть по всей империи кофейни и запретил курить табак. Считалось, что курильщики неосторожным обращением с огнем вызывают пожары. Ночью султан переодевался в простолюдина и бродил по улицам Константинополя. Если где-то находились любители табака, несчастных ждала смерть. Можно было не сомневаться, если султан двинется на Азов, то не ограничится взятием крепости, а пройдется огнем и мечом по донским станицам. Но Мурад Кровавый не спешил, празднуя победу над Персией. Азов получил передышку. Однако в Стамбуле о крепости не забыли. В окрестностях Азова то и дело мелькали турецкие шпионы. Казакам сообщали, что мощное османское войско уже готовится к походу. Донцы отправили посольство в Москву с просьбой помочь деньгами и боеприпасами. Царь и Боярская дума по-прежнему опасались оказывать обитателям Вольного Дона официальную поддержку. Но захват Азова был выгоден и Москве. Пока казаки сидели в крепости, крымские татары не решались идти в поход на Русь. На беззащитный Крым могли обрушиться донцы и подвергнуть его опустошению. Казакам выдали 6000 рублей, гигантскую по тем временам сумму. Для ее доставки на Дон понадобилось полтора десятка стругов.
Когда посольство вернулось в Азов, атаманы решили прежде всего укрепить стены крепости, чтобы достойно встретить султанское войско. Донцы еще не знали, что в феврале 1640 года Мурад IV умер. Место на троне предстояло занять Ибрагиму, единственному из выживших братьев. Поскольку Ибрагим был психически нездоров, у руля империи фактически встал великий визирь Мустафа Паша. Кеманкеш Кара Мустафа Паша родился в Албании. Начал свою карьеру как офицер янычарского корпуса. В 43 года стал командующим турецким флотом, а еще через 3 года – великим визирем, то есть главным министром султана. Как военачальник и политик, Мустафа Паша считал возвращение Азовской крепости первоочередной задачей. В Азове шли ремонтные работы. Все полученные от царя деньги ушли на укрепление крепостных стен. В новом письме Михаилу Федоровичу казаки заявляли, что хотят преподнести захваченную крепость в дар царскому сыну Алексею Михайловичу, которому в то время шел 12-й год. Русского царя призывали напрямую вмешаться в войну с Османской империей. Но именно этого Москва пыталась избежать всеми силами. В переговорах прошла осень 1640 года. Донцам была обещана помощь, но только деньгами и хлебом. Вопрос присоединения Азова к России царские дипломаты обходили стороной. А в январе 1641 года нагрянул крымский хан. 5 дней шли бои с крымцами. Враг был отбит. Весной татары явились вновь. На этот раз их было немного. Посланцы хана стали уговаривать казаков уйти из города по-хорошему. Тем, кто проявит благоразумие, обещали деньги. Защитники крепости ответили: «Если крымскому и турецкому царям Азов город надобен, ну вы его так же доставайте, как и мы, своими головами и своей кровью». Казаки поняли, что защищать крепость им предстоит только своими силами. Руководить обороной должен человек с непререкаемым авторитетом. Казачий круг избрал нового атамана, Наума Васильева по прозвищу Шелудяк, а в помощь ему второго атамана, Осипа Петрова. По приказу Васильева казаки выкопали перед крепостью ров шириной 8 метров и 4 метра в глубину. Для прочности его выложили камнем. К Азову подошли новые казачьи отряды. Теперь их в крепости было от 5 до 7 тысяч, не считая женщин и детей. В июне 1641 года огромное турецкое войско полководца Гусейн-паши подошло к Азову. Казаки не могли сосчитать, сколь значительный неприятель им противостоял. Они известили Москву, что у Азова стоят 256 тысяч вражеских бойцов. Но это было явно преувеличенное число. Так или иначе, противник многократно превосходил казаков по силе. Под крепостными стенами собрались едва ли не все народы, подвластные султану. Турки, татары, арабы, греки, сербы, венгры. Войско Гусейн-паши располагало сотни стенобитных пушек, которые стреляли ядрами весом до 16 килограммов. Имперский флот из нескольких десятков галер и других судов перегородил выход к морю. А самое главное, у османов была закаленная в боях пехота – янычары. Несколько столетий они наводили ужас на все окрестные страны. Только недавно эти воины взяли неприступный Багдад и теперь готовились к новому триумфу. В состав османской армии вошло и несколько полков немецких наемников и военные инженеры из европейских государств. Гусейн-паша не торопился начать боевые действия. Он надеялся, что защитники Азова испугаются мощи его армии, и отправил к ним переговорщиков.
Те убеждали донцов сдать город, обещая им службу в войске султана и щедрую награду. Донцы только посмеялись над этими предложениями. Парламентеров они обозвали собаками, самого султана – свиньей, а напоследок заявили, что если и согласятся приехать в Царьград, как на Руси именовали Константинополь, то исключительно в качестве завоевателей. Переговорщики ушли ни с чем. А ночью казаки во главе с Наумом Васильевым устроили вылазку во вражеский лагерь. Большого урона туркам этот бой не принес, зато в крепость смогло прорваться подкрепление. После казачьей вылазки прошло несколько дней. Атаман Васильев наблюдал, как турки роют траншеи, стараясь подвести их как можно ближе к Азову. 4 года назад точно так же действовали сами донцы. Турки планировали собрать под стенами ударный кулак пехоты и бросить ее на штурм. В траншеях они были недоступны для казачьей артиллерии. Наум Васильев распорядился прорыть собственные подземные ходы, которые соединили бы осажденный Азов со вражескими позициями. Атаман готовился к подземной войне, но ждал, когда враг сделает первый ход. 25 июня утреннюю тишину прорезал дикий вопль тысяч голосов. Подали сигнал полковые трубы, ударили барабаны. И на крепость обрушился поток ядер и пуль. Янычары пошли в атаку. Атаманы подпустили врага ближе и подали знак пушкарям. Ударили ответные залпы. Неприятельские полки откатились. Под стенами крепости остались лежать тела погибших. Через пару часов Гусейн-паша прислал новых переговорщиков. Они просили забрать тела и в обмен предлагали деньги. Наум Васильев сначала не поверил своим ушам, а когда убедился, что не ослышался, заявил: «Не продаем мы никогда трупов вражеских. Дорога нам слава вечная». Туркам позволили похоронить своих бойцов, а казаки праздновали победу. Неудачный приступ показал туркам, что быстро взять крепость не удастся. Турецкая артиллерия продолжала обстреливать азовские укрепления, а Гусейн-паша приказал насыпать напротив крепости земляной вал, вровень со стенами, и установить на нем пушки. Это открывало выгодную позицию, с которой можно было бы сравнять с землей все защитные сооружения крепости. 3 года назад турки именно так взяли Багдад. Казаки следили, как рядом с Азовом вырастает рукотворная гора. Когда вал был готов и турки начали затаскивать на него бочки с порохом, защитники крепости совершили вылазку. Янычары бежали, а их знамена и весь порох достались казакам. Азовцы устроили подкоп и подложили под расположение неприятеля мину из трофейных боеприпасов. Сильнейший взрыв унес жизни тысячи янычар. Гусейн-паша пришел в бешенство. Он обрушил на крепость все силы своей артиллерии. Целую неделю турецкие орудия не замолкали ни на минуту, расходуя в день до 1000 снарядов. Были разбиты жилые дома, церковь Иоанна Предтечи и 8 крепостных башен из 11. Серьезно пострадали стены. Чтобы спастись от пушечных ядер, казакам пришлось рыть землянки прямо в городе. Турки пошли в атаку и взяли предместье Азова. Но радость победителей была недолгой. Повсюду стали раздаваться взрывы. Это казаки пустили в ход мины, заложенные на случай вражеского штурма. Ярость Гусейн-паши сменилась отчаянием. Он попытался снова договориться с донцами. Сначала его посланцы предложили им покинуть крепость вместе с женами и детьми. Казаки отказались. Тогда их еще раз попробовали подкупить. Защитники крепости отвечали: «Недорого нам ваше собачье золото и серебро. В Азове и на Дону у нас и своего много.
Нам, молодцам, нужно и дорого, чтоб была она слава вечная по всему свету, что не страшны нам ваши паши и силы турецкие». Пока шли переговоры, продолжалась минная война. Турки с помощью иностранных инженеров рыли подкопы. Казаки навстречу им тянули свои контрподкопы. Знаменитый путешественник Эвлия Челеби, который находился в рядах турецкой армии, позже напишет, что в искусстве рыть подкопы азовцы превзошли даже земляных мышей. А пока и сам Эвлия Челеби, и все османские воины находились в чудовищном напряжении. По ночам казаки выбирались из подземных ходов, атаковали врага и вновь возвращались в Азов. Прошло уже 2 месяца с начала осады, а бесчетное воинство султана не могло справиться с горстью казаков. Гусейн-паше пришлось просить подкреплений в Константинополе. К Азову прибыли свежие силы неприятеля. Судьба крепости должна была вот-вот решиться. Сентябрьским утром, как писал Эвлия Челеби, показалось, что небо треснуло пополам. Вся турецкая артиллерия ударила по Азову, а затем в атаку пошла пехота. И вновь казаки отбили неприятельский приступ. Последовал новый штурм, за ним третий, четвертый. Гусейн-паша посылал в атаку все новых солдат. Даже по ночам янычары пытались по веревкам взобраться на стены. Начались рукопашные схватки, в ход пошли ножи. Турки продолжали идти на приступ. Наум Васильев был тяжело ранен. Командование принял Осип Петров, но взять полуразрушенный Азов враг так и не смог. Казаки не спали уже несколько суток. Некоторые рассказывали о том, что им явилось видение, источающая неземной свет женщина, которая прямо в воздухе стоит посреди Азова, словно оберегает его. А Науму Васильеву привиделся длинноволосый старик в светлых ризах. Тот строго смотрел с крепостной стены на бусурманские полки. В наступившем затишье казакам оставалось лишь одно – молиться. Крепость должна была пасть со дня на день. Но подступали холода, а казаки не сдавались. В обозе османской армии заканчивалось продовольствие. Зимой в степи голодающему войску грозила смерть. Гусейн-паша написал в Константинополь, предлагая отвести армию и вернуться к городу весной. Ответ султана был краток. «Паша, возьми Азов или отдай голову». И все же командующий приказал готовиться к отступлению. Сохранив войска, он еще мог спасти жизнь. Расчет оказался верным. Командующего пощадили. Накануне 1 октября, праздника Покрова Пресвятой Богородицы, казаки вышли из крепости. Стояла мертвая тишина. Позиции противника были пусты. Османская армия ушла из-под Азова. Донцы удержали крепость. Но смогут ли они отстоять ее весной, когда султан пришлет новое войско? Атаман Осип Петров снова отправил в Москву посольство с просьбой взять крепость под свою опеку, прислать воеводу и регулярную армию. Он надеялся, что если государь узнает, сколько сил стоило удержание Азова, то пришлет войска казакам на подмогу. В Москве казаков приняли радушно. Царь выслушал рассказ о героической обороне Азова и велел наградить донцов. Но медлил с ответом. Деньги не спасали бы положение. Надо было посылать в Азов русские войска и восстанавливать крепость. Иными словами, начинать войну с Турцией. Но на Западе все еще висела угроза со стороны Польши, Литвы и Швеции. Воевать на 2, а то и 3 фронта страна не смогла бы. 3 января 1642 года в Москве состоялся Земский собор. Представителям различных сословий, избранных от главных русских городов, предстояло определить судьбу Азова. После бурных споров большинством голосов было вынесено постановление: Азов оставить, казакам вернуться в свои станицы. Донцам оставалось лишь покориться.
Летом к устью Дона снова прибыла османская армия. Азов не подавал признаков жизни. Несколько суток турки стояли у развалин, опасаясь, что казаки приготовили им ловушку. И только на четвертый день неприятельские войска вошли в город. Крепость была пуста. Казаки вывезли запасы продовольствия, артиллерию и снаряды, после чего взорвали уцелевшие стены и башни. Османам остались сплошные руины. Пройдут годы, и восстановленную турками крепость будет штурмовать внук Михаила Федоровича, русский царь Петр I. Но через 15 лет и ему придется оставить город. Лишь в 1737 году при царице Анне Иоанновне русские войска генерала Ласси возьмут Азов, и он навсегда войдет в состав российского государства. До сегодняшнего дня возле колокольни войскового Воскресенского собора станицы Старочеркасской хранятся трофеи Азовского похода. Створки ворот крепости, две калитки до коромысла городских торговых весов. Эта нехитрая военная добыча стала первой в той череде войн, которая закончится полным освобождением азовских и причерноморских земель от турецкого господства. В состав России войдут и Крым, и Тамань, и Северный Кавказ. А начали эту борьбу 7000 донских казаков, бросивших вызов всей Османской империи. В середине 17 века Россия граничила на западе с мощным государством, объединившим Королевство Польское и Великое Княжество Литовское, Речью Посполитой. Периоды мира между странами сменялись вспышками военных конфликтов. Речь Посполита пыталась расширяться за счет земель Московского царства. А Москва стремилась возвратить земли бывшей Киевской Руси с православным населением, в том числе и захваченный поляками Смоленск. Кроме того, Русь стремилась воссоединиться с православными народами Украины и Белоруссии, находящимися под властью Польши и Литвы. С воцарением Алексея Михайловича Романова войны с Речью Посполитой приутихли, но обе стороны понимали, достаточно малой искры, чтобы борьба возобновилась. И высек эту искру подданный польского короля, писарь украинского казачьего войска Богдан Хмельницкий. Хмельницкий возвращался в свое имение, хутор Суботов, из долгой поездки. Он вез подарки для детей и для своей любимой. Но уже в дороге его стало одолевать недоброе предчувствие.
Когда никто не вышел его встречать, подозрения усилились. А подъехав ближе к родным местам, старый казак застал страшную картину. Его родовое гнездо было полностью разорено. Казаки составляли значительную часть населения юго-западной Руси, нынешней Украины, которая в то время входила в состав Речи Посполитой. Многие из них селились в низовьях Днепра, за его порогами. В Запорожской Сечи казаки подчинялись только старшинам и кошевому атаману, которых сами и выбирали. Промышляли грабежом и совершали военные походы в земли Крымского ханства и Османской империи. Речь Посполитая не признавала запорожцев как отдельное сословие. Исключением стало реестровое казачество. Реестровое казачество – часть казаков, которые были вписаны в правительственный список казаков, так называемый реестр, то есть приняты на государственную военную службу Речи Посполитой. Они селились в гарнизонах, пользовались рядом привилегий и, главное, получали жалование. Попасть в реестр было непросто. В разные годы в него включали от 4 до 16 тысяч человек. Казаки требовали расширить списки, но польское правительство возражало. Одной из причин была скудость казны. Но главное, казаки выступали защитниками православного населения. Этого поляки-католики терпеть никак не желали. Православные считались людьми второго сорта. Для отправления церковных таинств для православных польские власти ввели специальный налог. Без него нельзя было ни отпеть покойника, ни повенчаться, ни провести службу, ни причаститься. Эти налоги, которыми поляки пытались поправить пустеющую казну, окончательно разоряли крестьян. Магнаты отбирали у них земли, где основывали обширные хозяйства, порабощая местное население. Польский помещик не только эксплуатировал крестьян, но и имел право убивать их. Казаки и крестьяне восставали, но польские войска жестоко подавляли эти бунты. Сотник реестрового казачества, а затем войсковой писарь Богдан Хмельницкий был верным слугой Владислава IV, короля Речи Посполитой. Когда умерла жена, Богдан начал жить с молодой девушкой по имени Матрона и решил осесть на хуторе Суботов, который достался ему в наследство от отца. Но вскоре семейному счастью пришел конец. Во время отлучки Хмельницкого на хутор нагрянули вооруженные люди во главе с польским подстаростой Даниэлем Чеплинским. Они разорили имение и до полусмерти засекли 10-летнего сына Хмельницкого. Чеплинский увез Матрону как трофей, после чего силой взял в жены. Хмельницкий пошел в суд, но справедливости не добился. Он обратился к королю. Тот ответил казаку: «У тебя есть твоя сабля». Но до поединка дело не дошло. Хмельницкого обвинили в заговоре и бросили в тюрьму. С трудом выбравшись на свободу, он вспомнил совет короля. В феврале 1648 года Богдан прибыл в Запорожскую Сечь и призвал казаков поднять восстание против угнетателей. Его речь была столь убедительной, что его тут же избрали гетманом войска запорожского. Запорожцам присоединились реестровые казаки и добровольцы из крестьян. Гетман заключил союз с крымским ханом Ислам Гиреем,
и тот прислал в помощь несколько тысяч всадников. Запылали панские поместья, а католическая знать в панике бежала в Польшу. Вскоре под властью Хмельницкого оказалась огромная территория, названная Гетманщиной. Заняв Киев, гетман отправил новому польскому королю Яну Казимиру ультиматум. Он требовал возвратить православному населению права, отвести войска и ограничить произвол польских магнатов. Король ответил отказом. Война шла больше 5 лет, пока в 1653 году не зашла в тупик. Крымский хан переметнулся к польскому королю. Но добиться полного превосходства не могла ни одна из сторон. Решить дело могла только третья сила. И этой силой стала Россия. Еще в 1648 году, сразу после начала войны с поляками, Хмельницкий написал письмо московскому государю и просил царя Алексея Михайловича принять войско запорожское в российское подданство. Алексей Михайлович, второй царь из династии Романовых, взошел на престол в 16-летнем возрасте. Отец 16 детей, в том числе будущего императора Петра I. Провел военную, монетную и церковную реформы. Имел выдающиеся познания в богословии, интересовался науками. Носил старинный титул «Клементиссимус», что в переводе с латыни значит «тишайший». Прочитав послание гетмана, царь Алексей Михайлович задумался. Если согласиться на предложение казаков, то долгой войны с Речью Посполитой не миновать. А тут и в самом московском царстве разгорелся бунт. Его назвали соляным. Народ был возмущен введением новой пошлины на соль, главный консервант того времени. Горожане громили боярские и купеческие дворы. Волнения продолжались несколько месяцев. В такой ситуации о новой войне не могло быть и речи. Решение вопроса о приеме запорожских казаков под царскую руку пришлось отложить. Но казаки и крестьяне Гетманщины и думать не желали о возвращении под власть Польши. Народ надеялся только на мощь русского войска. Осенью 1653 года Богдан Хмельницкий снова обратился к царю. К тому моменту на московской земле наступило спокойствие. Силы государства окрепли. Наконец появилась возможность объединить части единого православного народа. 1 октября в Кремле начал заседание Земский собор, который высказался за принятие казаков под высокую государеву руку. Собор постановил: войну весть, а терпеть больше того нельзя. С раннего утра в древнем Прияславе Хмельницкий вел совещание с казачьей старшиной. Посторонних в дом не пускали. Оговорив все детали, гетман приказал бить в барабаны. В 2 часа дня сотни казаков и простого люда собрались на площади. Богдан обратился к народу. Уже 6 лет живут казаки без государя. Дальше так продолжаться не может. Можно принять покровительство турецкого султана, крымского хана или польского короля. Но разве казаки пойдут в подчинение басурманам или католикам? Пришедшие на площадь поддержали Хмельницкого. «Валим царя Восточного, православного!» Января 1654 года в Успенском соборе Прияслава Богдан Хмельницкий с казаками присягнули царю Алексею Михайловичу из рода Романовых. А русские полки уже стягивались к границам Речи Посполитой. Алексей Михайлович лично составлял план боевых действий.
С ранних лет он имел склонность не только к богомолью, но и к ратному делу, и начал военную реформу, внедряя новые западные порядки. С конца 15 века ядром вооруженных сил России была поместная конница. Ее формировали служилые люди – бояре и боярские дети, а также дворяне. В случае войны они были обязаны выступить конно, людно и оружно, то есть со своими лошадьми, бойцами и оружием. На сборы обычно уходило много времени. Отсутствовало полноценное военное обучение. Некоторые из служилых людей и вовсе отказывались идти на войну. Поместное войско Алексей Михайлович постепенно заменял полками нового строя. Первые из них появились еще при царе Михаиле Федоровиче, но именно Алексей начал формировать их в массовом порядке. Для обучения солдат приглашались иностранные советники. Реорганизовалась и конница. Драгуны учились действовать в пешем строю. Рейтерские полки были одеты в доспехи, вооружены пистолетами и карабинами. Польский хронист Веспасиан Каховский писал о московских рейтерах. Конница щеголяла множеством чистокровных лошадей и хорошим вооружением. Ратные люди отчетливо исполняли все движения, в точности соблюдая ряды и необходимые размеры шага и поворота. Со стороны эта стройная масса воинов представляла прекрасное зрелище. Всю зиму 1654 года проходили воинские смотры. Артиллеристы испытывали новые орудия. Они отправлялись в поход первыми, чтобы прибыть к границе до начала весенней распутицы. В Успенском соборе Кремля патриарх Никон отслужил божественную литургию, а после службы государь созвал воевод на пир. Он напомнил обо всех неправдах, которые чинили русским западные соседи. Об утраченных землях, о том, как жестоко поляки притесняют православных. А затем была объявлена монаршая воля. Царь лично возглавит поход на неприятеля. На Речь Посполитую обрушивались три главных удара. Северо-западная армия во главе с опытным воеводой Василием Петровичем Шереметьевым развернулась возле Великих Луг и готовилась наступать на Полоцк и Витебск. Юго-западная армия под началом боярина Алексея Никитича Трубецкого стояла под Брянском и готовила удар на Мстиславль и Рославль. Руководство самой крупной центральной армией, которая из-под Вязьмы должна была двинуться на Смоленск, взял на себя сам Алексей Михайлович. В июне 1654 года главные силы русской армии, почти не встретив сопротивления, вступили на территорию Великого княжества Литовского, восточную часть Речи Посполитой. Сбывались самые смелые надежды государя. Многие города сами открывали крепостные ворота и встречали русских хлебом и солью, видя в них избавителей от ненавистной шляхетской власти. Пали крепость Белая, Дорогобуж, Невель, Полоцк, Рославль, Мстиславль. 26 июня царское войско осадило Смоленск. Подготовка к штурму заняла полтора месяца. В ночь на 15 августа русские воины пошли в атаку. Они поднялись на крепостные стены и захватили одну из башен. Поляки взорвали ее. Пришлось отступить. На следующий день атака повторилась, но закрепиться на стенах снова не удалось. В ход пошла тяжелая осадная артиллерия. Смоленский гарнизон ждал подхода войска Януша Радзивилла, великого гетмана литовского.
но русское командование отправило против гетмана отдельную армию. В бою под Шепелевичами Радзивилл был наголову разбит. 23 сентября Смоленск капитулировал. С раннего детства будущий царь слышал рассказы об этом героическом городе. В годы смуты он почти 2 года отбивался от поляков. Королю Сигизмунду III достались одни руины. Алексею было 3 года, когда его отец Михаил Федорович послал к городу войска. Вел их сам Михаил Шейн, душа и сердце первой смоленской обороны. Боярин не справился с задачей и поплатился за это головой. Еще 20 лет Смоленск оставался под польской властью. И вот Алексей Михайлович воплотил мечту своего отца. Перед российским самодержцем открылись крепостные ворота. Смоленск навсегда вернулся в состав русского государства. На других направлениях царской армии сопутствовал не меньший успех. Русским открыли ворота жители Могилева, крупнейшего торгового центра. 5 дней спустя пал Шклов. Капитулировали крепость Дубровна и Витебск. Литовская шляхта переходила на сторону царя. Остатки войск противника отступали на запад. Но эти победы были омрачены новым бедствием. Из Литвы на Русь пришла эпидемия чумы. Алексей Михайлович приостановил боевые действия. Тем временем великий гетман литовский Януш Радзивилл оправился от поражения под Шепелевичами, собрал новую армию и в феврале 1655 года подошел к стенам Могилева. Осада затянулась на 3 месяца. Русский гарнизон отражал штурм за штурмом, один яростнее другого. Гетман был вынужден отступить. Тем временем бои продолжались на Украине. Русский государь отправил в помощь казакам несколько крупных отрядов. Войска Хмельницкого сражались рука об руку с воинами боярина Василия Шереметьева. Богдан Хмельницкий возглавил огромную армию. А начатое им восстание переросло в войну, которая изменила ход европейской истории. Прошло 7 лет после трагических событий на хуторе Суботов. Но Богдан ничего не забыл и не простил своих врагов. Судьба возлюбленной Богдана Хмельницкого Матроны, увезенной Чеплинским, до сих пор вызывает споры среди историков. Считается, что она вышла замуж за Чеплинского, но затем возвратилась к Хмельницкому. Сыновья самого гетмана и его окружение не доверяли Матроне, подозревая в связях с Чеплинским. По некоторым сведениям, сын Хмельницкого Тимофей обвинил ее в предательстве и краже казны и приказал повесить ненавистную мачеху. Предметом споров остается и личность сына Хмельницкого, избитого Чеплинским во время налета на Суботов. Некоторые историки полагают, что он умер от побоев. Подтверждений смерти мальчика нет, но его имя больше нигде не упоминается, в отличие от 2 других сыновей. Старший из них, Тимофей, погиб в 1653 году, и наследником гетмана остался младший сын, Юрий. Неподалеку от Львова казаки Хмельницкого нанесли поражение польской армии Станислава Потоцкого и окружили город. Но осаду пришлось снять, поскольку на Украину двинулся крымский хан. А войска Алексея Михайловича продолжали преследовать гетмана Радзивилла. Тот отступил к своей столице, Вильно. 29 июля на подступах к городу польско-литовская армия была разбита, и Вильно сдался на милость победителей.
Многие столетия Москва и Вильно были городами-соперниками. То открыто враждовали, то заключали временные союзы. И вот московский царь въезжал в покоренный город. Глазам Алексея Михайловича открылась жуткая картина. С городских улиц еще не успели убрать трупы. Государь приказал похоронить всех погибших и только после этого отпраздновал большую победу. К концу второго года войны практически вся территория Великого княжества Литовского перешла под контроль Москвы. Православная знать присягала русскому царю на верность. Отныне Алексея Михайловича было велено титуловать по-новому «Всия великие и малые и белые России самодержец». Но тут пришло известие, изменившее весь ход войны. На территорию Речи Посполитой вторглась шведская армия, сильнейшая в Европе. В Стокгольме давно наблюдали за успехами русского войска, которые грозили шведской короне самыми непредсказуемыми последствиями. Король Швеции Карл Густав предложил Яну Казимиру военный союз. Тот отказался. Тогда шведская армия обрушилась на Польшу. Начался кровавый период польской истории, который получил красноречивое название – «Потоп». В июле 1655 года шведы разбили наспех собранное войско Речи Посполитой. Ряд польских областей признал власть короля Швеции. В сентябре шведы заняли Варшаву. Ян Казимир бежал из страны. Происходящее действительно походило на потоп, внезапный и неотвратимый. Шведам сдался Краков. Магнаты переходили на службу к Карлу Густаву. Многим казалось, что Польша погибла навсегда. Алексей Михайлович держал совет с ближайшими соратниками. Вмешательство Швеции резко меняло расстановку сил. Сейчас Карл Густав воюет с Польшей. А что будет потом? Поставив польские войска под свои знамена, он не оставит в покое и Россию. И тогда все завоевания окажутся под угрозой. Воеводы согласились с государем. Нужно вместо Польши наступать на Швецию, чтобы отвоевать выход к Балтике, которого Россия лишилась больше 40 лет назад. Осенью 1656 года в Вильно Алексей Михайлович заключил с Польшей перемирие, чтобы вместе действовать против шведов. Богдан Хмельницкий прислал московскому государю грамоту с предупреждением. Польша коварна, и мир с ней прочным не будет. Алексей Михайлович соглашался, но Швеция представляла для Москвы гораздо большую опасность, чем ослабленная и разоренная Польша. Царское войско подступило к Балтийскому побережью. Еще в июле, за 3 месяца до перемирия с поляками, русские взяли Динабург, ныне Даугавпилс. По царскому велению город был переименован в Борисоглебов. Вскоре пала другая крепость – Кокенгаузен. 24 августа в осаду была взята Рига. Русская артиллерия вела огонь по городу днем и ночью. Рижские жители умоляли генерал-губернатора сдать город русским. Но тот сохранял спокойствие. Вскоре осенние дожди размыли дороги. Продовольствие в русском лагере стало подходить к концу. Царь рассчитывал на помощь союзной Дании, которая должна была блокировать Ригу с моря. Но датский флот так и не прибыл. Зато шведы получили подкрепление и запас провизии. В начале октября рижский гарнизон под командованием графа Магнуса де Лагарди напал на русский лагерь, отбросил царские войска от города, захватив 17 полковых знамен.
Дальнейшее продолжение осады не имело смысла. К тому же появились слухи о том, что в Риге началась эпидемия чумы. Алексей Михайлович приказал отвести войска. На других участках фронта Россия одерживала победу за победой. Армия под командованием бояр Алексея Трубецкого и Юрия Долгорукова взяла Дербт. Воевода Петр Потемкин захватил крепость Ниеншанс, где через 50 лет будет заложена русская столица Санкт-Петербург. Шведы шутили, что московский царь стукнулся головой о Ригу. Но в целом кампания складывалась удачно. Русские войска вышли к Балтике. Оставалось лишь удержать занятые позиции. Но в следующем 1657 году армия Магнуса де Лагарди перешла в контрнаступление. Отвоевать Дербт шведы не могли. Зато вторглись на русские земли и осадили приграничную крепость Гдов. На помощь городу пришло войско князя Хованского. Хованский Иван Андреевич, боярин, воевода. Начал службу как стольник царя Михаила Федоровича, создатель первых в России гусарских рот. В 1682 году возглавил стрелецкий бунт и был казнен вместе с сыном Андреем по приказу царевны Софьи. Хованского наградили прозвищем Тараруй, пустомеля. Но под Гдовом он проявил блестящий военный талант. 16 сентября 1657 года воевода разгромил Магнуса де Лагарди и еще долго преследовал остатки его корпуса. Врага отбросили от русских границ. Но война коснулась из самых отдаленных уголков российского государства. В разгар боевых действий Алексей Михайлович направил царский указ в Соловецкую обитель. Государь предписывал монашеской братии принять все меры для укрепления русского севера. Шведы не раз нападали на поморские города, и Соловецкий монастырь был не только центром иноческой жизни, но и русским форпостом в Поморье. В монастырских подвалах хранились порох, свинец, пушки. На Соловках взялись за дело. В Кеме построили двухэтажный острог. Снабдили его 4 пушками, отправили защитникам порох. В укреплении засели архангельские стрельцы во главе с сотником Тимофеем Беседным. Вскоре пришло известие о том, что шведы высадились в Поморье. Сотник собрал все наличные силы, около 200 стрельцов, и ударил по неприятелю. Шведы не выдержали натиска и уплыли в освояси. Интервенция провалилась. Разорительная война уносила множество жизней, но преимущество не получала ни одна из сторон. В результате 22 августа 1658 года Россия и Швеция заключили перемирие в местечке Валиесари. Военные действия с Речью Посполитой также были приостановлены. Русские дипломаты в Вильно пытались договориться с поляками о новом размежевании границ. А пока шли переговоры, в Москву пришло трагическое известие. 27 июля 1657 года от инсульта умер Богдан Хмельницкий. Гетмана похоронили в Ильинской церкви хутора Суботова. Откуда он был изгнан польской шляхтой 10 лет назад и где уже был погребен его старший сын Тимофей. Встал вопрос о новом гетмане. Перед смертью Хмельницкого казачья верхушка обещала передать власть его младшему сыну Юрию. Но юноше было всего 16. Управление огромным запорожским воинством было ему не под силу. 21 октября 1657 года на Корсунской раде временным гетманом избрали Ивана Выговского.
бывшего войскового писаря Богдана Хмельницкого. Он должен был беречь булаву для Юрия, пока тот не войдет в совершенные лета. Но властолюбивый Выговский разорвал Преяславское соглашение с русским царем и открыто перешел на сторону поляков. 16 сентября 1658 года в городе Гадячи он подписал договор с Польшей, которая приходила в себя после кровавого потопа. Польской шляхте и католической церкви возвращалось все захваченное казаками имущество. Взамен Выговскому была обещана почти неограниченная власть. Православной вере – покровительство польской короны, а Речь Посполитая объявлялась тройственным союзом Польши, Литвы и Запорожской сечи, которая официально именовалась Великим княжеством русским. Мнения запорожцев разделились. Многие с возмущением встретили известие о заключении Гадячского договора, но другие в надежде на привилегии поддержали Выговского. Так началось разделение в запорожском войске. Часть его вступила в коалицию против Московского царства, другая выступала на стороне царя. В 1658 году русско-польская война разгорелась с новой силой. Войска Выговского осадили Киев, занятый московским войском. Они нападали на русские заставы и поощряли татарские набеги на русские земли. Весной русское войско Алексея Трубецкого осадило Конотоп, город, прикрывавший дорогу, которая вела вглубь польских территорий. Конотопский гарнизон уже был готов сдаться, когда под городские стены подошла огромная армия. Ей командовали сам Выговский и хан Мухаммед Гирей. Русская конница пошла в яростную атаку, намереваясь взять в плен самого хана. Командовали конным отрядом князья Семен Львов и Семен Пожарский. Пожарский Семен Романович. Князь из рода Рюриковичей. Служил воеводой в Переяславле-Рязанском, Курске и Астрахани, охраняя границы Московского царства. Сорвал большой татарский поход на Россию. Прославлен как местно чтимый святой Русской Православной Церкви. Семен Пожарский повел конницу вперед, но не заметил вражеской засады и был окружен вместе со своим отрядом. До последнего не выпускал Пожарский саблю из рук. Но татар было больше. Окровавленного князя приволокли к хану. Татарский вождь сразу узнал своего заклятого врага. Вот уже два десятилетия тот отражал татарские набеги и отбивал у крымского хана русских пленников. Переводчик шипел: «Пред повелителем надобно преклонять голову». Князь не шевельнулся. Мухаммед Гирей подал знак своей охране, взмах сабли, и голова князя Пожарского покатилась в траву. После разгрома конницы князь Трубецкой был вынужден снять с Конотопа осаду. Русское войско отступило. Тем временем на Украине вспыхнули восстания против гетмана Выговского. Сама мысль о возвращении под польскую власть была ненавистна и крестьянам, и большинству казаков. Изменник Ивашка Выговский, как его называли, бежал в Польшу. Несколько лет он продолжал воевать с русскими, пока однажды сами поляки не обвинили его в подготовке бунта и казнили. В Преяславе состоялась новая рада. На ней казаки избрали гетманом Юрия Хмельницкого и еще раз подтвердили свою верность московскому царю. Шел 7-й год войны. Польша заключила мир со Швецией и теперь могла отправить против России мощное войско. Русский государь решил упредить удар. Летом 1660 года войско Василия Шереметьева выступило из Киева.
Юрий Хмельницкий с 20 тысячами казаков должен был соединиться с русским войском. Однако он опаздывал. Под напором превосходящих вражеских сил армия Шереметьева отступила и под городом Чудновым попала в окружение. Больше месяца до начала ноября русские ратники отчаянно сопротивлялись польско-татарским отрядам. Когда закончился порох, неприятеля разили копьями и саблями. В русском лагере все еще надеялись на помощь Юрия Хмельницкого. Но вскоре пришло известие, что тот разорвал союз с Москвой. 17 октября 1660 года в страхе за свою жизнь он перешел на сторону врага и присягнул королю Речи Посполитой. Это предательство привело к настоящей катастрофе. Не имея сил противостоять противнику под Чудновым, Шереметьев был вынужден сдаться. Он пообещал полякам вывести гарнизоны из Киева, Преяслава и Чернигова. А когда русские сложили оружие, татары устроили резню. Погибли несколько тысяч русских. Сам Шереметьев был взят в татарский плен. Шереметьев Василий Борисович. Боярин, полководец. На посту тобольского воеводы отражал многочисленные калмыцкие набеги на сибирские владения Московского царства. Во время русско-польской войны командовал Южной армией. В 1658 году был назначен первым киевским воеводой. В татарском плену он провел 21 год и скончался через полгода после освобождения. Несмотря на поражение Шереметьева, Киев не сдался полякам. Его воевода Юрий Борятинский отказался выполнять условия капитуляции. Борятинский Юрий Никитич. Русский воевода, боярин. Победитель ряда сражений русско-польской войны. Один из главных усмирителей бунта Степана Разина. В 1670 году под Симбирском одержал победу над его войском. Казаки на левом берегу Днепра также не спешили складывать оружие. Восстание против изменника Юрия Хмельницкого поднял его дядя Яким Самко. Целый год шли бои между отрядами Самко и молодого Хмельницкого. Наконец, 26 июля 1662 года в битве под Каневом Юрий Хмельницкий был разгромлен и сложил гетманские полномочия. Но тут пришла тревожная новость из Литвы. В Вильно, захваченным царскими войсками, разразился мятеж. Сторонники польского короля перебили русский гарнизон и захватили город. Виленский комендант, князь Даниил Мышецкий, несколько раз писал в Москву, что в Вильно кроется измена, и требовал дополнительного войска. Но было уже поздно. Когда польско-литовская армия подошла к городу, князь держал оборону в замке. Верные ему воины отбили 5 приступов. Поляки решили взять Вильно измором. Сюда прибыл сам король Ян Казимир. К этому времени у Мышецкого оставалось всего 78 человек. Он приказал собрать весь порох и заложить мину, чтобы взорвать себя вместе с поляками. Но наемники-иностранцы напали на князя и выдали его королю. Ян Казимир устроил судилище и приговорил коменданта к отсечению головы. Казалось, военное счастье склоняется на польскую сторону. Чтобы избежать войны на два фронта, летом 1661 года царь Алексей Михайлович был вынужден подписать мир со Швецией. Для России он оказался невыгодным. В обмен на торговые уступки пришлось вернуть все завоеванные земли. А на гетманщине бушевала гражданская война. Страна, позже получившая название Украины, разделилась по берегам Днепра. На левом берегу держали сторону Москвы, на правом клонились к Польше. Король Ян Казимир искал решительного успеха и лавров победителя. Осенью 1663 года он возглавил большой поход,
чтобы взять под свой контроль левобережную часть Гетманщины, а затем вторгнуться и в московские земли. Начало похода внушало Яну Казимиру большие надежды. Его отряды захватили Борисполь, Кременчуг, Лохвицы, Ромны. Но тут польское войско наткнулось на неожиданное препятствие. Крошечный и слабо укрепленный Глухов встретил противника яростным сопротивлением. Поляки взбирались на обледенелые валы городка, но гарнизон отбивал все приступы. А русская армия под предводительством воеводы Григория Рамадановского уже спешила на выручку защитникам Глухова. 1 февраля 1664 года Ян Казимир приказал отходить. У Севска он соединился с литовскими отрядами. Польская армия усилилась и вновь могла успешно наступать. Однако русские войска избегали генерального сражения. Они били вражеское воинство по частям. Противник понес потери и отступил. Проиграв очередной бой у переправы через реку Десну, поляки лишились тысячи бойцов. Их боевой дух был сломлен. С мечтами о продолжении похода на восток пришлось расстаться. Вместо этого Яну Казимиру пришлось спасать собственные тылы. На правобережной Украине вспыхнули городские восстания. На их подавление король отправил воеводу Стефана Чернецкого, известного своей жестокостью. Чернецкий вновь ворвался на хутор Суботов и полностью сжег его. Он велел выкопать из могилы тела Богдана Хмельницкого и его сына Тимофея и бросить их на рыночную площадь на поругание. Это была последняя месть Чернецкого и всей шляхты великому гетману. Человеку, который поднял свой народ на борьбу против угнетателей. Человеку, имя которого навсегда останется символом свободы и единения Украины и России. Бессильная злобная месть умершему гетману не помогла польской армии. Король Ян Казимир с позором отступал. Под городом Мглином остатки его армии потерпели новое поражение от русских и, бросив артиллерию, обратились в бегство. Ранней весной в чистом поле солдаты и их монарх страдали от голода. Гибли лошади, гибли люди. Так заканчивался польский поход. 4 года спустя Ян Казимир навсегда отречется от польского престола и уедет во Францию, где станет настоятелем монастыря Сен-Жермен-де-Пре в Париже. Война истощила до предела не только Польшу, но и Русь. Наконец, в январе 1667 года в деревне Андрусово стороны заключили перемирие. По условиям Андрусовского перемирия города Смоленск и Чернигов, вся Северская земля и левобережная Украина отходили к России. Запорожская сечь попадала под совместное русско-польское управление. Москва за 146 тысяч рублей выкупила Киев, и этот город больше никогда не возвращался под власть поляков. Царь Алексей Михайлович так ни разу и не встретился с Богданом Хмельницким. Хотя и воевали они, что называется, рука об руку. Андрусовское перемирие было подписано лишь через 10 лет после смерти великого гетмана. А еще через 9 лет не стало и Алексея Михайловича. Царь скончался в 1676 году в 46-летнем возрасте. Так сложилось, что личность государя долго оставалась в тени его сына, Петра Великого. Именно Петр одержит окончательную победу над Швецией, выведет Россию к берегам Балтийского моря и закрепит все завоевания отца на правом берегу Днепра.
Но первый шаг к этим победам был сделан именно Алексеем Михайловичем, царем тишайшим. Первый победный шаг к освобождению и великому объединению русских, украинских и белорусских земель и народов.